Здрасте. Всем здравствуйте. Дорогие участницы, обратите внимание, что в чате, вот откройте, пожалуйста, чат, я там в самом начале прикрепила три файлика, которые пока как раз сейчас мы собираемся, настраиваемся, их можно себе скачать. Попробуйте скачать. Презентация «Психология продаж», которая будет демонстрироваться здесь на экране, но чтобы она у вас осталась. И два файлика, о которых я расскажу в конце. Про ответственность и про выявление ограничений мышления. Попробуйте скачать. Получается. А еще раз, где Наталья? В чате? Чате. В чате. Чат в Зуме есть чат. Туда же собственные вопросы будем, ну, по ходу нашего общения туда вопросы писать можно. И где в чате смотреть прикрепленные файлы или что? Да, прикрепленные файлы вот в чате. Чат откройте, там вот мое первое «Друзья, здравствуйте», и там сразу три файлика в самом верху. Нашли? Нет, я не нашла. Вот я написала «Добрый день» и все. Так, вот новое сообщение. Добрый день. Ну и вот этот чат, Юлия, крутите туда, в самый-самый верх. А ваши сообщения я не вижу. Не видно их? Интересно. Запись включена, это видно. Да, запись должна у нас быть. А больше ничего не вижу. Ну, тогда я их продублирую потом в личном сообщении, чтобы эти... Просто сейчас они нам не будут нужны, а вот уже потом они будут нужны, эти файлы. Итак, вижу, что участницы... Так, принимать. Участницы собираются. Начинаем презентацию. Начинаем, собственно, наше обучение. Меня зовут Наталья Сафронова. Я бизнес-психолог и говорю, скажем так, обучаю, работаю с процессами бизнес-мышления в продажах, в ведении проектов, в работе с командой. Собственно, личностное развитие, чтобы оно было таким более масштабным, более эффективным, более интересным, для того, чтобы получать лучшие результаты в своих проектах. И поговорим мы сегодня немножко про продажи, потому что многим известны шаги продаж, темы продаж, алгоритмы продаж, и они нужны, нужно их придерживаться, это хорошие, полезные вещи. Но то, что мы в каждом продаж... А, дорогие участницы, давайте звук выключим, пожалуйста. Но... Да, шаги, схемы продаж – это классные инструменты, которые нужны, важны, полезны. Но каждая схема продаж, каждый алгоритм продаж предполагает определенный набор действий, перечень действий, технологию действий. И как мы совершаем то или иное действие, влияет наше мышление.
наше восприятие себя в этом действии, окружающего мира, других людей, своего продукта и так далее. И вот сегодня будем говорить подробно про каждый. Я взяла классическую схему, классический набор шагов в продажах, и хочу вам распаковать с точки зрения мышления, что в каждом шаге может являться для нас ограничением. Сегодня я предлагаю такой мой структурированный опыт в работе с разными людьми. Я не говорю о том, что каждое должно откликаться именно вам, но следите, наблюдайте, что будет откликаться вашему опыту. Это, соответственно, будет результатом сегодняшней работы. У вас получится такой перечень того, с чем вы для себя берете, скажем так, задачу проработать то или иное неэффективное для продаж мышление. Итак, как мы будем двигаться? Я тут не могу переключать. Получается, что мне надо выйти из полноэкранного режима. Потому что переключать не получается. Вот, как мы будем двигаться сегодня? По московскому времени мы начали в 9 утра и завершим первую часть без 10:11. Будет у нас 20 минут перерыв. 20 минут перерыв. И потом вторая часть. Завершим мы в 13:00 по московскому времени. Все, кто присоединились позже, хочу сказать, что вот здесь вот у меня в чате в самом начале я прикрепила файлики, которые вы можете себе скачать. Если у вас это получится, скачайте. Если нет, то дайте мне знать, и я продублирую в личных сообщениях. Тёпушка! И попрошу всех участниц выключить звук, пожалуйста. Что вам понадобится? Понадобится блокнот, ручка, как обычно. Я веду запись, и потом всем участницам запись будет тоже предложена в личных сообщениях. Всем ссылочку на запись я отправлю. Кто не выключил? Так, я сейчас попробую, может, я могу помочь с этим выключением звука. Все, вроде бы все без звука. Итак, как я уже сказала в самом начале, мы будем двигаться по классической схеме продаж. Классическая схема продаж, она, собственно, такая везде применима и работает как в офлайн формате при личных продажах, так и в онлайн работе, когда мы выстраиваем взаимодействие с аудиторией, продумываем нашу последовательность контента, который выкладываем в социальных сетях, либо на других любых площадках взаимодействия с аудиторией. Классически, как мы двигаемся по продажам? У нас есть шаг подготовка. Шаг установления контакта, знакомства с аудиторией, информирование о себе, кто есть я и так далее. Выявление потребностей и понимание потребностей аудитории. Презентация, предложение своего, ответы на возражения и завершение сделки. Это вот такие классические шаги продаж, которые сегодня я хочу вам показать немножечко с другой стороны, со стороны того, как мы ментально работаем в продажах. Что значит ментально? Ментально – это на уровне нашего мышления. Как у нас построено мировоззрение, что мы воспринимаем тот или иной шаг продаж. Хочу начать немножко с таких общих ложных фокусов. Ложный фокус в продажах – это достаточно частый такой вот момент, частая установка, которую, и, кстати, предлагают даже и тоже в тренингах, и в книгах порой. Продажи как, ну, такое деньги, как главное то, чему мы служим в продажах, в проекте, в бизнесе и так далее. Но за этим стоит очень много
неэффективного мышления. То есть, если мы ставим в приоритет себе деньги и держимся за них, здесь я еще как астролог могу сказать, что есть частенько в мышлении людей такие зацепки, когда люди ментально держатся за деньги. А ментально держатся за деньги, почему? Потому что воспринимают деньги как спасательную соломинку. Спасательная соломинка, которая спасет их из ситуации безденежья или из ситуации нехватки денег, нищеты и прочее. В принципе, это все где-то около и рядышком, но может там с небольшими различиями быть у людей. Вот. Если у человека есть страх безденежья, нехватки денег, ограничений денег, то очень страшно остаться в ситуации, когда нет денег, и мы ставим деньги в главный приоритет в продажах. Но чем больше мы цепляемся за деньги, тем меньше они к нам приходят, потому что страх безденежья, он будет формировать тот результат, в котором нужно будет понять для себя, ну вот денег нет, но жизнь же от этого не закончилась, а вот денег не хватает, ну да, ну как-то жить-то можно и так далее. То есть то, чего мы боимся, нам это предлагается в нашу реальность для того, чтобы мы поняли, что это, собственно, не страшно и отказались бы от своего страха. Вот. Но можно не ждать вот того, когда мы с этим страхом встретимся, да, с этой реальностью. Можно заранее предположить, что что-то как-то я побаиваюсь и все время переживаю о деньгах. Наверное, у меня есть этот страх, и, может быть, имеет смысл вообще его проработать заранее, да, потому что к деньгам нужно относиться полегче, не быть к ним привязанным. Есть такие даже фразы, что деньги приходят к тем, кому они не нужны. Те, кто видит другие смыслы, другие интересы в ведении бизнеса, в ведении проекта, во взаимодействии с клиентами и воспринимает деньги как следствие, естественное, закономерное следствие тех действий и фокусов, которые человек вкладывает в свою продажу, в свою работу. И да, на этом ложном фокусе люди частенько принимают некорректные решения, предприниматели, например, да, начинает подменяться понятие клиентоориентированности, например, и такие примеры в работе с предпринимателями, с основателями компаний, я знаю из нашего с ними личного опыта взаимодействия, если есть, например, страх нехватки денег по разным причинам, то они начинают как будто бы быть клиентоориентированными, но брать, например, все заказы, смешивая моя аудитория или не моя аудитория, с этим заказом нам интересно работать или неинтересно. И частенько они хватаются за вот эту каждый заказ, и бывает такое, что работаем много, а денег-то все равно их нет. Вот, здесь нужно прям вот смотреть матрицу мышления, что же держит вообще человека в этой привязке к деньгам. Если вдруг у вас такое есть, то это может быть уже первым пунктиком того, на что можно обратить внимание. Следующий, противоположная сторона этой, вот этой вот привязки к деньгам, есть другая грань – обесценивание денег. И здесь тоже другой очень мощный страх, который нам тоже передается где-то поколениями, потому что бывали времена исторические, когда людям было небезопасно иметь деньги. И за деньги они могли где-то лишиться жизни, лишиться имущества, потерять свою безопасность и устойчивость в жизни, семью потерять и так далее. И, в общем, люди сделали для себя вывод, что деньги иметь это небезопасно, и подсознательно передают из поколения в поколение мировоззрение и программы, алгоритмы отказываться от денег. Как это проявляется? Люди могут осуждать деньги и материальные блага или людей, которые простраивают себе и там пользуются, например, большим уровнем, чем то, что могут себе позволить. Подсознательно ищут и строят защиту от денег. Как не иметь деньги? Как, в общем-то, их слить? Да, вот эти вот сливы денег, вроде бы сумма приходит, и тут же она уходит. Здесь можно за этим посмотреть, нет ли у меня страха иметь деньги. Или же вспомнить истории бабушек, дедушек, рассказывали ли они что-то такое о раскулачиваниях, например. И это тоже может быть таким вот показательным. То, что в родовой системе двигаются, какие убеждения. Эффективный подход в продажах и ведении бизнеса – это фокусировка на познании.
Когда мы делаем действия с целью познать новый опыт, новый навык обрести себя в этом новом опыте, новом навыке и новом взаимодействии. Накопление опыта, разнообразного опыта в продажах, ну вообще в принципе в ведении бизнеса. Ведение бизнеса – это вообще познавать жизнь взаимодействия с людьми, пробовать и экспериментировать. И здесь очень полезно обрести мышление исследователя с пониманием, что деньги – это будут следствие совершенных действий. Но там дальше просто в это исследование нужно встроить закон обмена, о котором мы чуть позже поговорим. Что это не должна быть односторонняя игра в одни ворота, что естественным образом встраивается идея обмена. И да, движение без опоры на гарантии. Здесь, смотрите, люди частенько в своем менталитете хотят гарантий. Это у многих складывается еще из опыта, например, когда в предприниматели ушли из наемного опыта, потому что в найме все-таки какие-то иллюзии гарантий там обещаются, да, там гарантированная зарплата, гарантированные даты, гарантированные выходные и так далее, и так далее. Какие-то гарантии, вот найм, он их как-то примерно так вот иллюзорно предлагает. И частенько люди уходят в предпринимательство, но вот эту вот привязку к гарантиям, они все равно для себя где-то держатся за нее. Но в бизнесе, в проектах, в свободном предпринимательстве, ну, честно так скажу, положа руку на сердце, и вам предлагаю принять эту идею, гарантий их нет. Гарантий нет. Вот чем проще человек отказывается от этой идеи быть привязанным к гарантиям, тем легче он идет на эксперименты, на познание нового, на то, чтобы экспериментировать и разные способы, разные действия предпринимать, собственно, да, предпринимать, чтобы получить результат. А этим методом получится? А как у меня будет этим методом? А что мне даст этот инструмент? А вот такое действие. Вот. И таким образом вот экспериментаторство, оно дает свободу от привязки к гарантиям. Потому что смотрите, как гарантии держат ментально. Если нет гарантии, то человек, скорее всего, не готов делать, не готов действовать, отказывается от действия, не решается на него. Или сильно-сильно подстраховывается, медлит, очень тщательно готовится, например, да, когда уже в наше особенно быстрое динамичное время уже ситуация ушла, уехала, проехали, а мы все еще готовимся, но так и не сделали действий. Вот. Ну и, соответственно, помните о законе обмена, который лежит в основе взаимодействия с людьми и миром, для того, чтобы то, что вкладываем и отдаем, оно бы возвращалось. И этот закон обмена, он работает вне зависимости от того, знаем мы его или не знаем, он просто работает. Но только в своем мышлении есть люди, которые принимают этот закон обмена, а есть люди, которые как-то его, ну, игнорируют, исключают или просто недопонимают. Например, это связано частенько с такой проблемой, когда у человека есть проблема или страх брать деньги за свою работу. Достаточно популярный блок у людей, и, например, какую-то небольшую сумму люди берут еще более-менее, а когда встает речь, например, о повышении чека или тарифов в своем бизнесе каких-то, то здесь уже начинает такой жим-жим проявляться, а точно ли я могу брать деньги за свою работу. Это признаки того, что закон обмена не в балансе. Ну, либо баланс, он такой вот, на ту сумму, которую человек готов брать. С повышением суммы баланс рушится. И вот здесь нужно ментально восстанавливать все вот эти нарушенное понимание этого баланса. У меня здесь чат открыт, дорогие участницы. Если есть у вас вопросы, то вы, пожалуйста, в чате пишите. Я слежу за вопросами. Если по ходу моего, чтобы это не было монологом, да, по ходу моего выступления, пожалуйста, задавайте вопросы. Итак, как мышление влияет на результат действий? Я часто и много про это рассказываю. Здесь кратко еще раз хочу вам сфокусировать, что на любой результат, который мы хотим получить, да, вот в кружочке получаем, очень влияет то, что мы для этого делаем. А на то, как мы делаем или не делаем, влияет наше мышление. То, как мы видим себя в этой ситуации, видим клиентов, мир, жизнь,
и так далее. Я когда-то встретилась с этой фразой еще в 2010 году в книге Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», там, где он рассказывает про, такая у него глава про парадигмы мышления, про установки, про призму, про фокусы мышления. И, в общем-то, вся эффективность, она строится именно вот на этой простой, понятной схеме. Она понятна, вся, скажем так, вытекающие последствия от нашего мышления, они взаимозависимы. Но не совсем бывает понятно вот это вот разгадать, что, собственно, в этой нашей ментальной матрице заложено. Где же искать, как говорится, откуда ноги растут. И вот сегодняшний мой мастер-класс, сегодняшний интенсив как раз вам поможет распаковать, именно потому что я буду говорить про мышление, распаковать перечень ограничений в мышлении, которые могут вам сдерживать результат от действий. Хочется еще что сказать, что наше мышление, оно состоит из сознательной и бессознательной части, ну вот так, если условно сказать. Сознательная часть – это достаточно такая вот, ну, маленькая часть, скажем так, то, что мы осознаем. И вот это вот сознательное, оно как раз способно нам определенные волевые решения. То есть мы своим сознанием можем заметить наши бессознательные ограничения, блоки, и, как говорится, собрать волю в кулак, да, или там сделать сознательный выбор, что вот прям пересмотреть убеждения, да, пересмотреть, переоценить какое-то отношение к людям, к ситуациям, к пространству, к продукту, вот про все, что мы сегодня будем говорить. И тогда вот этим волевым решением перезаписывается бессознательный алгоритм, который ограничивает. Потому что до тех пор, пока мы не осознали свои бессознательные установки, то они начинают влиять на наши повседневные действия, на образ жизни, на то, что мы делаем автоматически или не делаем, на то, как формируется наше окружение, пространство, события, строится и так далее. Это все простраивает наше бессознательное. Ну, это такая отдельная, может быть, большая тема. Сегодня много не буду на это углубляться. Такая просто вводная часть. И говорить мы сегодня будем как раз вот все, что в бессознательном. Все, что я смогла заметить у людей, у себя, у своих клиентов, у предпринимателей, у тех, кто руководит, может быть, там отделами, департаментами и так далее, да, кто занимается продажами, развитием проектов. А вот подсознательные алгоритмы мышления – это такие взаимосвязи процессов. Если цена высокая, нет, не так даже можно. Вот мы с одной женщиной, она руководитель и основатель крупного бизнеса, убирали тему на индивидуальной работе, убирали все ее зависимость от внешних обстоятельств. И у нее, скажем так, бизнес, который зависит от крупных организаций, которые, ну, вот связаны с добычей, обработкой, продажей ресурсов природных. И если в этих организациях что-то меняется, а в наше время политически так пошло, что изменения в этих сферах, они идут активно, то у нее начинает срабатывать. И если изменения, то потенциальная угроза. Или если изменения, то это ведет, например, к потере денег. Еще даже не разобравшись с сутью изменений, сразу включается алгоритм, что изменение равно потере. Или изменения всегда в худшую сторону. А как я это заметила? Она говорит, ну вот, Наталья, хорошо бы, если изменения к лучшему были. Это же ее субъективное убеждение, что изменения не к лучшему, предложенные, может быть, ее мамой или там еще кем-то. И она в это когда-то поверила. Соответственно, ее подсознательное восприятие всех изменений, что изменения к худшему, к ухудшению обстоятельств, возможностей перекрываются и так далее. И вот мы с ней меняли прямо алгоритмы, чтобы она научилась воспринимать любое изменение нейтральным, и понимать, что если одна возможность закрылась, обязательно открывается другая возможность. Это по закону баланса обязательно есть. Не может такое быть. Вот вчера тоже видела одну женщину, как так случайно встретились в одном пространстве, и она говорит, что для кого же строят вот новые тут жилые комплексы? Ведь же все уезжают из нашего города, такую она фразу сказала. Но кто все? Не может по закону баланса город вымереть, и все выехать из города не могут. Но у нее получается, включается такой алгоритм. Если она увидела, там 2-3 человека уехали, сразу получается обобщаем, что все уезжают.
И на этом строится сразу же много страхов, что клиентов будет меньше, клиенты кончатся, ресурсы кончатся и так далее. Это вот все такие ограничивающие установки. Как выстроить продажи на ментальном уровне? То есть как раз что в нашу ментальность входит? И когда я работаю с людьми индивидуально, то как раз просматриваем все вот эти вот такой вот план, да? Как вообще человек ментально видит продажу, процесс продаж, как она у него ментально воспринимается? Что такое ментальный образ? Образ, который запечатлил наша вот визуальная память, запечатлила вот это абстрактное понятие продажи, как какой-то каким-то своим, там, не знаю, рисуночком, картинкой, схемкой. И когда мы вот эти вот просто подсознание наше, оно все состоит из файликов, вот таких вот картинок. Наше подсознание не мыслит буквами, словами, текстами, не мыслит, оно мыслит именно образами. Поэтому если в подсознании заложен какой-то образ, то этот образ и начинает управлять движением нашего подсознания. Вот в процесс продажи нужно встроить понимание обмена. Кто такой клиент? Клиент – это вторая сторона, с которой я обмениваюсь ценностью. Ну, например, да, там можно по-разному, в разных просто проектах, где-то клиент, где-то партнер, где-то, там, не знаю, гость будет называться, где-то арендатор, например, да, ну, то есть мы подразумеваем вторая сторона, с которой обмениваемся. Общей фразой я назвала клиент. Деньги. Что такое деньги? Деньги – это ценность, на которую происходит обмен. Да? Кстати, бывает же, что обмен ценность на ценность, деньги на деньги могут обменяться, например, там обмен валюты, да? Деньги как сам товар крутится. Бывает, что на деньги обменивается ценность, например, продукт на деньги. Или мы, владельцы денег, обмениваем свои деньги на ту ценность, которую мы получаем с другой стороны, когда она будет уже называться, например, продавцом. И так далее. То есть деньги – это универсальное средство обмена. Какой образ на слово «деньги» возникает у вас? Здесь тоже можно проанализировать. Дальше. Риск. Вот риск, с этим достаточно часто мы имеем дело. Так. Расскажите примеры, когда у человека защита от денег, поступки, фразы и так далее. Защита от денег, когда, например, есть осуждение денег. Осуждение. Вот этот человек имеет деньги, вот он такой-то и рассекой, и такой-то плохой. Поступок, когда сливаются деньги. С одной девушкой работали, вот если у нее в кошельке есть какая-то сумма, ей обязательно нужно их все потратить. Обязательно их нужно с ними расстаться. Есть, это вот из реальных примеров, что я замечала. Когда у меня в квартире шел ремонт, и мой мастер брал только наличные, когда я ему давала сумму денег, он не брал ее, в руки не брал. То есть пока я не найду местечко, куда положить сумму денег, он ее не берет. Причем я ухожу, а деньги так и лежат. Например, вот он сделал какую-то работу, он не берет. Он берет деньги, когда я не вижу. Ну, там, может быть, с этим еще связаны блоки. Но когда мы с ним так разговорились, то у него действительно страх принимать деньги, страх брать деньги. Он от ее мамы к нему пришел, к этому мужчине. От его мамы. А, вот. Потом какие могут быть еще примеры? Вместо того, чтобы пойти и купить какую-то ценность, человек говорит, я сделаю сам. Ну что, вот самому нельзя там такой-то соус сделать или там такую-то... Нет, понятно, это может быть связано с любовью к рукоделию, но частенько за этим стоит не участвовать в обменных процессах. Как будто бы не, вообще не встраиваться вот в этот процесс обмена, а все делает своим таким маленьким кулуарным миром. Ну и так далее. Если еще у меня по ходу сейчас придет, то я еще вспомню, скажу по ходу нашего рассказа. Так, давайте вернемся к ментальным образам. Риск. Такое слово, которое частенько у людей вызывает, я даже вот на открытых мастер-классах иногда предлагаю, давайте поэкспериментируем, у кого какой образ на слово риск. Бывает, что у кого-то обрыв, например. Обрыв или что-то черное какое-то, или где-то, например, человек падает обязательно. Редко-редко кто-то мне сказал, что это был мужчина-предприниматель, и у него мы исследовали тоже его ментальность, и он сказал, что риск в его понятии – это готовность
познавать что-то новое. То есть рискую это я, когда оказываюсь в ситуации, с которой я не знаком. Вот это для меня риск. Это, там, не знаю, одно на сто, наверное, корректное понятие, понимание слова риск. Потому что, по сути, риск – это готовность исследовать то, что я не знаю, то, с чем я имею впервые опыт. И предпринимательство, продажи частенько с риском связаны. Но стереотипно риск как потеря обычно. Какие-то потери интерпретируются частенько. Даже и потеря, да, потеря – это же тоже новый опыт, с которым мы, например, не готовы иметь дело или не предполагали его. И мы оказываемся в этой потере. Риск в чем? А как я буду действовать в этой ситуации? Вот этот риск предполагать действия в незапланированной, неизвестной для нас ситуации. И предпринимателям нужно на риск идти сознательно. Иначе, если люди избегают риска, боятся риска, то они, соответственно, не двигают, не развивают свой проект на этом страхе. Дальше. Как человек себя как профессионал, как основатель компании ощущает? Как собственник компании, как тот, кто является автором проекта, например. И здесь тоже были у меня случаи, например, одна девушка, она хочет двигаться в психологии, ну, в такой вот в частной практике развиваться, и она говорит о том, что у нее нет клиентов. Нет клиентов. Мы стали разбираться. Я ее спросила, а как ты себя видишь, вот как профессионал, какой образ приходит? И она называет образ воробушек. Воробушек. Это вот ее реальный образ. И она тут же сказала сразу, что этот образ ей предложила ее мама. Вот такой вот маленькой быть, беззащитной, таким воробушком, такой незаметной. Ну и, конечно же, если она в пространстве себя как воробушек предлагает, то так она и будет считываться воробушком. Хотят ли люди пойти к психологу воробушку? Да, здесь вот надо разбираться. Как я себя как профессионала вижу? Как я вижу свою команду? Как я вижу себя в отношении команды? И так далее, и так далее. То есть вот это все, что наша ментальность, соответственно, вот что в подсознании заложено, и наше сознание может нам отразить. Задавая себе вопрос, мы получаем ответ. Это самый легкий доступ к подсознанию, кстати говоря. Не надо в гипнозы уходить, не надо какие-то делать, я не знаю, фокусы какие-то у себя экспериментировать. Достаточно просто проанализировать ментальные образы. Это язык подсознательного нашего. Вот, и переходим к моей такой основной части. Это все было вводное вступление. Продажи на уровне мышления. Проанализируем каждый этап. Закон обмена. Помним, что на каждом этапе мы придерживаемся закона обмена, в котором мы обмениваемся материальными и нематериальными ценностями. Итак, шаг первый. Подготовка. Так, у меня здесь просто презентация не открывается, когда она сделана, поэтому прошу прощения за такой черновой вариант. Шаг нулевой. Подготовка. В подготовке классически, да, какие действия делаются? Собираем информацию о, например, о рынке, изучаем рынок, изучаем конкурентов, изучаем конкурентные продукты, целевую аудиторию изучаем, да, то есть здесь много-много таких действий, которые на сбор информации направлены. Там готовимся, пишем тексты, может быть, тестируем аудиторию, задаем ей вопросы. Вот это все в процессе подготовки. Но что нужно сделать на ментальном уровне? Осознать и принять ценность себя как профессионала, это вот как раз посмотреть образ, а кто я как профессионал на этом рынке или с этим клиентом. И вот здесь еще, смотрите, есть такой момент. У меня есть одна клиентка, она хозяйка салона красоты. И она такой разносторонний салон открыла, где много разных услуг. И когда она приходит, есть в том числе мастера, которые работают, есть и те, кто на зарплату, и те, кто работает на аренде. И когда она предлагает или проводит собеседование, встречу с тем, кто на аренду приходит, это, как правило, кто люди, которые бизнес в бизнесе ведут. Они тоже достаточно сильные, частенько такие сильные. И она ко мне потом приходит и говорит, вот вела с этим человеком собеседование и чувствовала, что не я его собеседую, а он меня собеседует, что она раз и провалилась, например, в своей силе, в своей уверенности. В отношении кого-то она уверена, в отношении кого-то она очень проваливается, как хозяйка пространства себя не чувствует.
И вот здесь получается, что вот на этапе подготовка каждый вот этот вот момент нужно улавливать, а где моя сила вообще теряется, и прорабатывать вот эти моменты. Потому что если мы где-то себя, может быть, в каких-то отношениях ценим себя, как только приходит кто-то более опытный, даже если, ну не даже, а тем более, если это клиент более опытный, то частенько ценность профессионала занижается. Здесь срабатывают какие ментальные алгоритмы? В присутствии силы нужно себя чувствовать слабым. Это популярный алгоритм. Обычно я предлагаю клиенту поменять, что в присутствии силы я продолжаю чувствовать свою силу. То есть сила плюс сила возможны. Вот. Но при этом, конечно же, при нормальном мышлении человек должен быть в контакте со своей слабостью. Ее нужно осознавать. Не так, что мы закрываем на нее глаза, не видим, не замечаем, не хотим иметь с этим дело. Это как раз очень опасная стратегия. Про свою слабость надо знать. Свою уязвимость нужно, смело ей смотреть в глаза. Поэтому, когда в присутствии силы я продолжаю себя показывать и чувствовать сильным, это не означает, что я не осознаю свои слабости. Вот. Присвоение своего опыта. Здесь частенько бывает такое, что человек профессионал, хорошо, качественно работает, но свой опыт обесценивает, не присваивает его. Здесь какие бывают алгоритмы ментальные? Что человек, например, у него стоит, частенько у перфекционистов это бывает, у него стоит такое убеждение, что до его, скажем так, чтобы он был оценен, надо заслужить и доказать. И вот на этих вот алгоритмах заслуживания мы рискуем тем, что мы никогда не достигнем того уровня своих результатов, чтобы мы их вообще оценили. Потому что заслуживать это всегда, никогда нет точки в этом, постоянно надо заслуживать. Поэтому никто не говорит о том, что надо перестать развиваться. Развиваться и расти можно и нужно, но при этом опираться нужно на то, что вот в сегодняшнем моменте я себя ценю и я присваиваю свои результаты. По сути, это честно себе сказать, да, это я сделал, да, это я умею, да, у меня это есть. Вот. Уверенность в себе, решительность, смелость и так далее. Дальше, вот еще такой момент, признать, что нужны деньги на этапе подготовка. Да, нужны деньги, они интересны, но опять же, не служим деньгам, а просто они интересны как результат деятельности, как результат деятельности. Часто в бизнесах люди ставят себе деньги как цель. Здесь, ну, и это нормально, да, мы же бизнес для денег ведем, нам нужны деньги. Но здесь нужно что понимать? Немножко пошире смотреть на эту ситуацию. Да, мне нужны деньги, и мне интересно, какими методами я их смогу себе провести. Вот этот инструмент, вот этот способ, вот этот способ и так далее. И здесь нужно за деньгами сохранять интерес к познанию, то, про что я раньше говорила. Интерес к познанию, а какой способ сработает? Какой способ даст мне этот результат? Вообще знаю, даже в реальной жизни, ну, по крайней мере, одного предпринимателя, мужчину точно знаю, который именно вот с экспериментаторской точки зрения ведет свой бизнес. И он достаточно инновационный предприниматель, он инновационно вообще с командой взаимодействует. Ну, если вообще сказать, то в его организации нет руководителей и подчиненных. Они взаимодействуют все на горизонтальном уровне. Ну, такой вот модель самоуправления, когда они, ну, коллективно, скажем так, принимают решения. И у него вот как раз такой подход экспериментов. Поэтому даже у него, например, там многих предпринимателей вообще пугает такая идея, как это отдать там ответственность решать, принимать решения, вообще, ну, не участвовать в этих решениях, можно сказать так. Вот. А он это делает и при этом еще и хорошо зарабатывает. У него подход к деньгам, вообще к деньгам вот прям не привязан. Весь интерес, драйв и азарт, кайф – это в том, чтобы рискнуть и попробовать, какой будет результат. Вот. Конечно, он теряет. Бывают и потери. Я не говорю, что у него только все вот прет в плюс. Потери бывают, но все равно совокупно у него в доходе хорошо все получается. Дальше. Проработать собственную готовность взять из пространства то, что ты хочешь. Вот это вообще очень классный момент.
Частенько люди имеют ограничение, что особенно хорошо воспитанные девочки, так скажем, которых воспитывали в детстве, что для того, чтобы что-то взять из пространства, надо спросить у кого-то разрешение. Ну, конечно, когда там отношения взрослого и ребенка, это нормально, но просто своевременно надо перестроиться, самим себе разрешать брать из пространства то, что я хочу. Но здесь вообще ключевая какая мысль? Надо понимать, что ты хочешь. Надо верить в то, что в пространстве то ты хочешь есть. С этим бывает тоже проблема. Человек просто может не верить, что то, что он хочет, вообще в жизни есть. Просто нет веры в это. Внутренней веры нет. Ну и, соответственно, есть еще сброс ответственности. Например, вот одна у меня недавно была консультация с девушкой. Она сейчас в декрете находится. У нее вообще предпринимательский талант, но она никак не может из найма вылезти. Все, значит, так в найме работает и уходит там в декрет за декретом, а в декрете начинает бизнес-идеи генерировать и управлять мужем, чтобы муж делал действия. То есть она придумывает, а ему дает задание делать. Так вот она реализует свой предпринимательский талант, так скажем, из тени. Ну, у нее там вообще надо, в принципе, ей из тени выйти. Она вот пока еще там находится. И у нее здесь какая получается, что она сама-то не берет из пространства, она говорит, муж, пойди возьми для меня что-нибудь. И в этом смысле есть большая такая тема сброса ответственности. Про это я попозже хотела рассказать, но так немножко кратко сейчас. Частенько за то, чтобы нам что-то получить, мы скидываем ответственность на других людей, на мужа, на команду, может быть, на клиентов, еще на кого-нибудь. Вот задача, что значит принять готовность брать то, что я хочу самой? Это понять, что за меня никто не возьмет то, что мне надо. Брать самой — это, ну, протянуть руку и взять из пространства то, что я хочу, по сути, так. Разрешить себе это. Это вообще такая богатая тема и очень интересная. А дальше. Принять собственную агрессию. Вот здесь тоже очень богатая для работы тема. У многих людей, особенно у девушек, женщин, которые сейчас предприниматели или фрилансеры, или основатели компаний, может быть такое, что быть агрессивными же девочкам нельзя. Нельзя злиться, нельзя там показывать свои какие-то агрессивные эмоции. Но бизнес и деньги строятся на энергии агрессии. Причем агрессия не разрушительная, а агрессия созидательная, когда надо быть посмелее. Когда надо быть готовой. Ну, если бы мы, например, сейчас бизнес представили как там пространство, где охотится, не знаю, тигрица, допустим, тигрица вышла на охоту. Вот можно ли охотиться не агрессивно? Да? То есть, когда мы ведем бизнес и продажи, то небольшая доля, ну такая здоровая доля агрессии, она нужна, потому что это как тигрица на охоте. И тигрица на охоте, она, например, когда поймала ту жертву, которую съест, она же не будет ее жалеть. Между ними все справедливо. И точно так же, когда, например, предприниматель или тот, кто продает, продал и берет деньги у человека, бывает, знаете, такой шлейф. Жалко человека, что он деньги отдал, например. Да, жалко, что он расстался с деньгами. Ой, а как же он там бедненький будет теперь с этим продуктом или без денег своих? Вот, то есть здесь вот нормальная доля агрессии, как это справедливость, скажем так, в отношениях между охотником и жертвой в процессе вот взаимодействия у животных. Примерно такая история. Вообще бизнес — это вот ровно все, как у животных на охоте. Например, то же самое могу привести. Тигрица, которая, допустим, ну вот, ну, например, там у нее шкурка, допустим, чуть-чуть подтерлась где-нибудь, да, и та, которая более там целостная шкурка. Они от этого состояния своего, что они тигрицы, не потеряют. А, например, у нас, как у людей бывает, ой, что-то там, например, шуба, вторую зиму хожу, надо вот каждый год новую шубу, например, ой, что-то со мной не так, у меня там второй год это шуба. То есть вот эти вот иногда тараканы, которые у нас мешают ведению бизнеса, вообще их надо отсеять и подумать, а как бы тигрица на моем месте подумала? Вообще она бы парилась об этом или нет? Вот я имею в виду вот эту здоровую, нормальную агрессию, которая помогает себя чувствовать уверенно.
Так, принять свои сильные и слабые ранги. Вот это тоже очень большая, богатая тема про ранги. Ранг – это восприятие собственного статуса. И здесь тоже бывает столько лишнего и надуманного, что про свой статус там кто-то себя упаковывает, упаковывает и никак себя статусным не чувствует. А задача – чувствовать собственный ранг, собственную силу, независимо от того, что у тебя есть. Когда-то, я помню, много лет назад, когда я работала со своим наставником, и я вела только бизнес-тренинги в организациях. У меня такая была особенность, я очень долго готовилась. Ну, как долго. Посвящала этому, может быть, пару дней перед тренингом, что вот мне надо сильно, тщательно подготовиться. Вот. Она мне говорит, а давай вот эксперимент. Ты идешь на тренинг, вообще не готовишься. Вообще не готовишься. Мне было так страшно, как это я вообще не готовлюсь. То есть для меня был ранг это хорошо подготовлено. Плакатики я всякие рисовала, карточки цветные, упражнения всегда там были какие-то все распечатанные с какими-то, не знаю, кубиками и прочими атрибутами. Для меня это было как вот, значит, я такой хороший бизнес-тренер, если у меня все это подготовлено. А потом я ездила на разные конференции, и я присмотрелась, что есть тренеры такие вот именитые, такие очень известные. И он просто приходит, даже не в пиджаке, в майке или в джемпере, приходит вот так вот, садится на стул вот так вот и говорит, ну, давайте, что вам рассказать? Я расскажу. Все. И он начинает просто беседу с аудиторией, да, где-то встраивая нужный алгоритм, нужные упражнения, да, там раскрывается экспертность и распаковывается, но он вот эти все атрибутики-то не трясет вообще, и от этого он не чувствует себя менее уверенным. Вот, поэтому вот этот вопрос, в каких обстоятельствах я себя чувствую сильной, а в каких обстоятельствах слабой. И желательно отказаться от каких-то зависимостей в этом смысле. Потому что чем более мы привязаны к каким-то идеальным своим подготовленностям, чем, скорее всего, это все не получится применить. И будем себя чувствовать уязвимыми. Ну и принять ответственность на себя за любой исход сделки и за процесс сделки. Ну, про ответственность давайте попозже я расскажу, сейчас не буду вперед. Дальше. Отношение к продукту на этапе подготовки. Это мы все про подготовку говорим, да? Этап подготовка и как мы относимся к своему продукту. Вот здесь частенько мы работаем над тем, что автор продукта не ценит свой продукт. По разным причинам. Обесценивание себя, обесценивание продукта, за этим очень часто лежат какие-то выгоды. Если я не ценю себя и свой продукт, значит, его не купят. И это, кстати говоря, одна из ментальных алгоритмов, которая проявляется как защита от денег. Ведь же если меня не купят, у меня не купят, то и денег я не получу, и я сохраняю свою безопасность. И получается, что вроде бы мы как-то сознательно-то хотим денег, но все наше подсознание противится этому. И тогда получается, что вот эти вот процессы обесценивания встраиваются. Но это ключевое, потому что мы помним про то, что мы двигаемся в продажах и мы соблюдаем закон обмена. Если мы в закон обмена вкладываем неценное, ну, предлагаем к обмену то, что мы обесценили, по большому счету это там, не знаю, ноль без палочки, предлагаем к обмену. А денег хотим взамен, но не будет получаться обмен, потому что мы предлагаем продукт, но в обмен, ведь, а вот же еще что, другая эта сторона, да, мы общаемся на уровне вербалики, ну там и невербалика все тоже влияет, но человек-то другая сторона считывает с нас именно вот те образы, которые мы показываем. То есть если мы показываем образ неценного продукта, то на этот продукт, соответственно, никто и не клюнет, потому что он неценный. Люди не захотят отдавать свою ценность, деньги за что-то неценное. Вот, поэтому очень важно, когда мы свой продукт создаем, будь то товар, услуга, информационный продукт, вот все это нужно внутри себя оценить на тот денежный эквивалент, который мы в обмен хотим взять. Вот оно должно внутри нас столько стоить. Вот с этим бывает там несколько встреч работаем. Полюбить продукт. Вот это тоже важнецкая такая тема, потому что вот вообще в принципе в свое дело надо любовь вложить. Любовь. Вот просто любить то, что ты делаешь, любить тех, для кого ты делаешь, любить продукт, который ты делаешь.
И деньги, они вообще, вот я здесь еще тоже такое отступление, как астролог могу сказать, что деньги управляются Венерой. Есть у нас две планеты, деньги есть по Венере, есть деньги по Плутону. Вот деньги, как то, что называется деньги в кошельке, вот от текущих сделок, текущие вот наши обороты, это деньги по Венере. А Венера, она в принципе, это планета любви, планета, куда мы вкладываем любовь во все, что бы мы ни делали. Поэтому для того, чтобы получать по Венере деньги, надо энергию любви вкладывать. Ну и, соответственно, принять цену, за которую вы продаете. Потому что если мы назначаем цену, но она не принята, мы себе не разрешили такую цену, мы с ней не согласны внутри, то тоже не будет получаться сделок. Вот, поэтому вот эти вот процессы принятия необходимо проработать внутри себя. Дальше, теперь проработаем, посмотрим про отношения с клиентом на этапе продаж. А какие потребности есть у вашего клиента? Мы их предполагаем, особенно когда мы работаем в онлайне, и мы очень часто напрямую с нашей аудиторией вот так вот не взаимодействуем. Мы про них предполагаем, догадываемся, мы их как будто бы изучаем, да? Ну, не как будто бы, а точно изучаем, но мы изучаем предположениями. Да, есть разные техники, где мы можем прям вопросы позадавать, но все равно это не то. То есть мы предполагаем потребности клиентов. И вот теперь очень важно, да, как мы относимся к людям, те, которые вот на обратной стороне, на противоположной стороне нашего процесса обмена стоят, да, на противоположной стороне. Есть частенько у людей блоки в отношениях с людьми. Блоки в отношениях с людьми, они... Вот. Блоки в отношениях с людьми, например, они могут говорить о том, что мы людей можем бояться, например, не принимать людей, жалеть людей. Да? Как мы относимся к людям в принципе? Ведь же деньги же сами не ходят ножками, они ходят к нам через людей. И чтобы люди были готовы свои деньги нам отдать в процессе продаж, нужно именно с человеком выстроить отношения. На жалости, на страхе не выстроится отношения. Если мы боимся людей, например, боимся людей, то что мы будем делать подсознательно? Подсознательно будем избегать взаимоотношений с людьми. Ну, лишь бы не ходить на сделку, лишь бы клиенты не пришли, потому что люди подсознательно вызывают страх. Негативные эмоции в отношении людей нужно проработать, осознать и убрать. Дальше. Разные реакции, которые может человек нам, вот эта обратная сторона, разные реакции, которые они могут нам выдать, да? Например, они могут нам отказать, могут осудить, могут закритиковать, а могут наоборот поддержать, проявить интерес. Здесь задача быть готовыми выдержать любую реакцию к вашему продукту и предложению в отношении вас самих, вот со стороны вот этой противоположной стороны. Как они вообще могут потенциально отреагировать? Здесь достаточно такие глубинные включаются алгоритмы отвергнутости. То есть если нас другие люди не принимают, то это может говорить о том, что меня отвергают. Вот с одной клиенткой прорабатывали отвергнутость, которая ей была, у нее заложена на отношениях еще с мамой. Девушку зовут Татьяна, и она рассказала о том, что была на одном из тренингов, где нужно было вот самое грубое, по ее мнению, отношение к ней. Ну, сказать, как это для нее самое грубое. И вот для нее было самое грубое, это от мамы Танька. Вот это было для нее самое грубое, самое болезненное. Получается, что даже вот когда к ней вот так вот кто-то мог отнестись, немножко с пренебрежительной интонацией, например, то это ее сильно ранило, буквально, ну, там она могла, не знаю, дома тихо сама плакать сидеть, потому что это для нее очень болезненно. И вот эти вот моменты, которые с самого детства, вот смотрите, если ты вот будешь делать как мне надо, то значит ты хороший. Если ты плохой мальчик, например, вот я сейчас даже, у меня маленький ребенок, мои родители иногда, я тут бывает работаю и слышу, что они ему говорят, потом тут же начинаю стирать эти алгоритмы, перезаписывать у него, потому что они настолько манипулируют, что вот ты делай как нам надо, чтобы мы тебя принимали, а если ты так не делаешь, то ты плохой,
и мы тебя отвергнем тогда, да, там что-то не дадим, там гулять не возьмем, в гости не возьмем и так далее. Начинаются вот эти вот алгоритмы отвергнутости прописываться. Но мы же все с вами из детства, из вот этого вот советского детства, которое только так, собственно, и взаимодействовали с людьми. Поэтому внешние люди — это, по сути, те взрослые для ребенка, которые как-то к нему относятся. Какие есть? Вот наша внутренняя задача к любым вообще отношениям не чувствовать отвергнутость. То есть, что бы внешние там люди ни делали, ни говорили, ни придумывали про нас, я внутри себя чувствую принятый, желанный и любимый. Все, это вот прям железобетонная такая должна быть установка. Ну, она, конечно, со временем формируется, то есть вот мы чувствуем, например, вот на такую реакцию в отношении себя как-то вот переживаем, обижаемся, уязвимость чувствуем. Потому что это же ведь самое, когда, например, клиент возражает, отказывает, не покупает, выдает контраргументы какие-то. Это же надо все выдержать, не слиться. А вот комплексы отвергнутости, они нас очень быстро в слабую позицию вгоняют. И да, мы можем внешне продолжать улыбку сохранить, но внутри-то мы обиделись, а все, обиженка — это, знаете, какой? Уйти, захлопнуть дверь. Примерно так. Да, мы физически находимся, продолжаем находиться в пространстве с клиентом, но внутри мы ушли и закрыли дверь. Все, сделка закончится на этом, ну, или она не состоится. Вот, дальше. Убрать потенциальный страх агрессии от клиента. Потенциальный страх агрессии от клиента. Ну, то есть, если он наедет, например. Если наедет. Вот. Ладно, тут вспомнила на живом мастер-классе. Одна девушка вот прям сидела на первом ряду. Вот у нее это очень сильный страх, уязвимость большая, если бы на нее наехали. Да, вот даже в общении с людьми вот так уже внешне вот поведение, сутулость, например, старательность, там ровненько подстриженная челочка. Вот это все как-то даже можно примерно заметить, какая уязвимость есть у человека, вот даже по поведению. И это все считывает же потенциальный клиент всегда. Принять сильные и слабые ранги покупателя. Вот. И, например, в ответ на его сильный ранг тоже чувствовать свою силу, не сливаться. Встать с клиентом на равной позиции. Вот это тоже очень интересно. Бывает, продавцы, которые чувствуют свою силу, когда они возвышаются над клиентом, когда они хотят чувствовать свое преобладание, доминирование, ну, таким образом поддерживают свою экспертность, поддерживают свою сильную сторону. Но при этом же что получается, что если мы возвышаемся, то тогда я выше, другой ниже. Здесь можно посмотреть «я и другие люди». На каком уровне? Частенько мне говорят о том, что вот я себя чувствую выше, чем другие. Другие люди, они как будто их много, и они маленькие. Одна девушка мне сказала, она тоже предприниматель, она сказала, что я себя чувствую, как будто я на горе стою, а они вот такие у подножья горы, например, да, такой образ, который тут же говорит о том, что она себя усиливает возвышением над людьми. Это, ну, это, скажем так, защитная реакция нашего подсознания — придать себе силу вот тем, чтобы себя подрастить в образе. Но за этим есть какой риск? Что, во-первых, она на горе, а люди внизу, да, вообще вот птички не сошлись, мимо пролетела информация, может быть, не усвоена, не принята. А те, кто ниже, они могут себя чувствовать тоже обиженными, униженными там, или еще что-то. Это все в подсознательных процессах происходит. Человек может сам не понимать, а почему ему некомфортно? Почему некомфортно? Вот что не так? А, собственно, как и опасна обратная ситуация, когда продавец себя ниже другого чувствует, ставит ниже, как защитная реакция. Я маленький, маленьких лежачих не бьют, как говорится. Вот. И когда он ставит себя ниже клиента, а клиента выше над собой, тоже получается дисбаланс. А вот еще, когда мы себя ставим выше, чем клиент, то мы тогда начинаем его как будто бы тянуть за собой. Тоже тянуть. Вот это все лишние процессы. Вот мы энергию вообще не на то тратим. Вот это выше, ниже. Там столько всяких баданий внутри происходит. Лучше с клиентом чувствовать себя на равных партнерские отношения. Я эксперт, и ты эксперт в чем-то другом. Да? У меня есть ценность, у тебя есть ценность. Да, мы встретились для того, чтобы нам, например, равный обмен произвести.
взаимодействовать на интересе и уважении друг к другу. Все, тогда получается, что мы на равных, и вот мы движемся. А когда кто-то выше, кто-то ниже, то энергия, она идет вот так. Мы туда-сюда бодаемся, а поступательного движения вперед его не происходит. Вот, потому что не туда внимание и фокусы идут. Поэтому с клиентом лучше на равных позициях себя ощущать. Равная ответственность. Здесь мы начинаем, ну, там даже готовность к любому решению. Купил, не купил, хорошо, ответственность за твое решение на тебе. Ну, там, какая ответственность на мне, я ее тоже понимаю, да, например. Все. Полюбить клиента. Здесь та же самая Венера. Если мы полюбить продукт, то и полюбить клиента. Вообще, в принципе, высшие вибрации и благодетель по планете Венера – это симпатия к людям. Симпатия к людям. Просто вот в каждом человеке интуитивно видеть, чем они вам симпатичны. Тогда, кстати, вот это вот приемчики установления контакта при личном общении, комплимент, например, да, может быть, вы знаете, есть такой инструмент, как комплимент. Если мы испытываем симпатию к человеку, то комплимент искренним получается. Если комплимент, и я такое тоже даже как клиент на себе ощущала, когда ко мне хотели установить контакт, и комплимент делали вот такой неискренний, такой ложный, такой вообще просто шаблонная фраза. Ну все, уже на этом хочется закрыться и перестать, да, вот сразу же начинает разрушаться вот этот момент доверия. Поэтому, когда мы искреннюю симпатию к людям умеем испытывать, то и искренние комплименты получаются. Это очень хорошо установлению контакта помогает. Потом вот поверить, что есть клиенты, которым нужен ваш продукт. Удивительно рядом, но мы, создавая ценность свою, можем такую мысль на себе сравнивать. А кому это надо? А вот в нашем городе нет клиентов, людей, которым это надо, или которые могут, да, поверить, что есть деньги, или могут себе позволить. А вот этот тараканы точно надо их вытравливать. Есть также такие страхи, что, например, деньги кончатся, клиенты кончатся, люди кончатся. Это вообще менталитет статичности. Когда вот есть клиент, и он такой статичный образ, с одним поработал, и все. В ментальности не простроен процесс. Если нет процесса, то вот этот страх и рождается, что все кончится. Все такое вот ненадежное. Это вот все, что отношения с клиентами. Ну, все не все, но много что я вам постаралась собрать вот в этот интенсив. Теперь дальше. Формирование намерения на этапе подготовки. Это мы все еще про подготовку говорим. Намерение. Да, мы идем в сделку, да, мы готовимся к продаже. А бывает такое, что намерения-то продать его нет. Бывает, что идем там для галочки или идем... Ну, надо же что-то делать. А вот намерение внутри не простроено. Дело в том, что мы живем в мире, причинно-следственном, ну, мире, так скажем, что есть причины и есть следствие. Следствием является все, что у нас в реальном физическом пространстве возникает. Причиной является наша ментальность. То есть ментальность, она первична. Вот то, что мы себе в ментальности простроим, то мы получаем вследствие того, как это в физическом мире простраивается. То есть наше подсознание на наше задание в нашем намерении простраивает те события, которые будут отвечать этой ментальной простройке. Вот. И дальше вот какой момент. Намерение. Образ желаемой сделки. Простроить образ желаемой сделки. Прям буквально вот его вообразить. Вообразить этот образ, но он должен быть в движении. То есть образ, когда есть мое предложение, мой продукт, есть встречная сторона, между нами происходит взаимодействие, обмен ценностями. Потом следующий клиент, да, вот эти вот образ намерения. И прям намерение продать. Здесь нужно не бояться, не иметь страха результата. Бывает такое, что человек не может иметь намерение продать. Я, ну, то есть я иду заниматься процессом продаж, но не иду продавать. Как будто так это звучит. Потому что боятся, например, этого результата. А если продам, то что? И вот этот результат продаж, он может почему пугать? Потому что у человека есть, вот если я буду лучше жить,
там лучше родителей, лучше друзей, у меня поменяется окружение. Это, кстати, тоже все моментики, почему человек от денег бежит. Он не разрешает себе продать и не разрешает лучшей жизни. Да, он делает вот эту имитацию бурной деятельности, сами процессы продаж, но они к результату не ведут. То есть он себе в своем намерении результат перекрывает, потому что он результата-то не ждет на самом деле. Вот, поэтому намерение прям вот сам этот результат, простроить его. И теперь дальше. У нас есть идеальное намерение, ну, желательное намерение. Но пространство же многовариантное, оно не только так, как оно может быть. И здесь прям рассказываю секрет, как мы в энергетическом пространстве движемся. У меня одна клиентка, мы ей простраивали продажу дома. Продажу дома. И для того, чтобы вот продать дом, и у них сделка успешная получилась, но мы простраивали разную вероятность того, как это может быть. Что может быть, например, вероятность, что мы продадим, вероятность, что мы не продадим, вероятность, что этот покупатель, который нашелся, он нас не дождется, а у них дом был в другой стране. То есть они в одной стране живут, а продажа дома, которая в наследство от родителей, она в другой стране. И они сделку готовили дистанционно. Значит, что может этот не дождаться нас, покупатель, и тогда есть вероятность, что мы будем искать другого. И есть вероятность, что мы там задержимся. То есть мы с ней приняли вообще все вероятности, которые могли бы с ней случиться вот в этой сделке. Что значит приняли? Согласились с пространством вариантов. Когда мы согласны с любым пространством вариантов, мы никакой вероятности не боимся, не пугаемся, не противостоим. Тогда вот на фоне вот этого принятия всего многообразия мы себе простраиваем жирно. А можно мне вот так, как я хочу в своем намерении? Если нужно, я готова принять любую вероятность. Но можно мне вот так? И тогда мы не держимся за то, что мы потенциально боимся. Например, если человек в своих продажах держится только за одну вероятность, вот я только выбираю продать и никак иначе, то, скорее всего, он не сможет продавать, потому что нас жизнь всегда возвращает в те непринятые потенциальные наши страхи. Возвращаемся к самому началу, да? Что если мы не принимаем какую-то вероятность, значит, мы ее боимся. А если мы ее боимся, нам ее подсознание тут же простроит и скажет: на, познакомься с этой реальностью и пойми, что здесь ничего страшного нет. Вот. Поэтому вот эти вот вероятности нужно просматривать параллельно к желательной вероятности, что еще может быть, и убрать все подсознательные страхи и непринятие этого. Тогда нас подсознание будет вести в то желаемое намерение, которое мы хотим. Вот. Это то, что касается принять с пространства вероятностей. Да. Теперь следующий важный момент. Когда мы простраиваем себе намерение на сделку или на продажу, есть люди, которые мыслят, они вроде бы живут в реальном мире, но своим мышлением они в иллюзорном мире живут. Знаете, таких людей, может быть, ну, таких много, много. То есть они живут в придуманном мире. И реальный мир, например, может их пугать. Вот предприниматели, те, которые такие успешные, мощные, такие вот брутальные по энергетике, такие вот крепкие по энергетике люди, они все живут в реальности. У них стопроцентно принята реальность. И показатель хорошего материального уровня – это человек, который взаимодействует с реальностью. Потому что какие бы мы себе прекрасные планы не строили в продажах, но если мы не в реальности, а в иллюзорном мире, то в иллюзорном мире можем мы себе придумать: вот есть сделка, вот есть продукт, вот есть такая-то цена и так далее. Но результата-то не будет. Результата-то не будет, потому что результат – это только движение в реальности. Но люди, бывает, боятся реальности. Боятся реальности, потому что, ну, воспринимают, что реальность страшная, кто-то воспринимает, что реальность нищая, кто-то воспринимает, что реальность там тяжелая, трудная, я с ней не справлюсь. Опять же, если образ воробушка, да, и он идет в реальность, то, конечно, ему может быть страшно с таким образом. Вот, поэтому здесь, когда я с клиентами работаю, я смотрю, а насколько человек в реальности простраивает свое движение. И нужно убрать блоки по принятию реальности. Вот. Дальше. Ну, теоретически, может быть, непонятно объяснила, но вот реальность
Она как вот еще, да, как можно отличить, человек в реальности живет или не в реальности? Вот, может быть, сейчас такой пример. В реальности все, что есть в нашей реальности, оно все имеет противоположные энергии, противоположные энергии. Например, на нашей планете есть тепло и холод, есть добро и зло, есть тьма и свет, есть южный и северный полюс. То есть есть все в противоположности. Так устроена энергетика планеты Земля и ее ядро, что она держит на себе противоположные энергии. Мужчина и женщина как противоположный пол. То есть мы во всем имеем противоположности. И если человек в своем мышлении ориентирован только на плюс полярность, а противоположную полярность считает для себя нежелательной и не хочет на это смотреть, то это признак, что он живет не в реальности. Вот, то есть он, например, говорит, да вот даже куда далеко ходить не надо. Допустим, смена, которую готовит менеджер смены для того, чтобы проработать, ну там в ресторане или в продаже где-то. И менеджер говорит, желаю вам хорошего дня. Желаю всем хорошего дня. Такая вот, ну, стандартная фраза. Вот они 5-минуточку провели и желаю хорошего дня. На что он их настраивает? Он настраивает их на хороший день. Вроде бы хорошо. Вот. Но чем больше на хорошее они настраиваются, тем может быть, например, недовольный клиент, сбой продаж, что-то пошло не по плану, какой-то форс-мажор. И вот эта вся реальность, которую они исключают, начинает проникать в их жизнь. А с этим иметь дело они не готовы. Они начинают бояться, эмоционировать, думать, что у них плохая работа, еще что-нибудь такое. Вот. А на самом-то деле вот этот менеджер по продажам, он их неправильно настраивает в этой 5-минутке. Он их настраивает не на профессионализм и готовность иметь дело с любой ситуацией, а настраивает только на хороших клиентов, на хороший день, на хорошие события. То есть на такие вот розовые очки. Вот люди, которые живут вот в таком желая воспринимать только хорошие события, легкие, позитивные, положительные, да, к ним надо стремиться, но как вот в том пространстве вариантов, надо подразумевать, что может быть и другая плоскость событий, и к ней надо нормально относиться. Да, я хочу хороших клиентов, но если придет трудный клиент, я готова с ним иметь дело. Да, я хочу легких продаж, но если будет продажа, например, там, многоэтапная, я тоже готова с этим иметь дело. Да, я хочу продавать по высоким ценам, но если у меня будет больше клиентов по низким ценам, я с этим тоже готова иметь дело. То есть задача иметь готовность иметь дело с разными вариантами, то, как может это в реальности происходить. А когда человек хочет только хорошего, а на все противоположное нападает, исключает, не хочет это видеть, то жизнь обязательно его, это, знаете, как попы потерки примерно, обязательно он будет иметь с этим дело, потому что невозможно от реальности откреститься. Но чем больше он ее не принимает, тем больше он с этим имеет дело. Вот. Вот поэтому здесь важно просто принимать реальность. Хочешь, не хочешь, мы все равно с ней имеем дело. Так, дальше. А если скидки, принимать скидки, бонусы и все выгоды, связанные с этим, ну, здесь полегче уже. Готовность брать из пространства то, что хочешь брать. Это я уже говорила. Так, следующий слайд. Как выполнять план продаж? О, вот это тоже интересная тема. Как выполнять план продаж? Здесь я буду говорить про переходные процессы. Вот этот страх не выполнить план продаж, он возникает обычно. Вот месяц заканчивается, и в начале следующего месяца, вот буквально на этом переходе, конец месяца и начало месяца, возникает страх не выполнить продажи. Потому что как пойдет следующий месяц, неизвестно. Нет гарантий, ничего не понятно. Еще и там, например, какое-нибудь внешнее событие бахнуло, что все там перетряслось снова. Вот. Здесь точно так же. У человека... А, и здесь еще что скажу. Предприниматели, собственники бизнеса, тоже частенько я им объясняю. Они ставят себе всегда в организации план продаж такой всегда растущий. Из месяца в месяц они планируют там рост. Хотят рост. А вот. И здесь снова, если предприниматель в реальности, то у него этот рост будет получаться. А если он не в реальности, а в иллюзиях, то у него будет, он вроде бы планирует стабильный рост, а получает стабильный по факту минус. Ну, не минус, а снижение. В чем дело? Здесь нужно понимать, что вот по закону противоположности есть растущий ритм и падающий ритм. В природе мы это как замечаем?
приливы и отливы, увеличение светового дня, снижение светового дня. Там, не знаю, луна растет и луна спадает. Да? У нас может вес тела увеличиваться и уменьшаться, да, там, в зависимости от каких-то даже времени суток. То есть вот эти процессы увеличения ритма и снижения ритма, они повсюду с нами. И то же самое в денежных вот этих результатах нашей деятельности. Если, например, в мышлении предпринимателя принято, что у него только растущий должен быть результат, и он игнорирует, не хочет иметь дело с снижающимся результатом, то он будет иметь дело со снижающим, с падением. Если предприниматель, я ставлю план на рост, но если будет падение, готов с этим иметь дело. Вот человек в реальности, понимаю, что может быть и так, он не боится этого, то он не держится, и тогда у него будет стабильно растущий. Вот, теперь дальше. Как выполнять план продаж? Переходный процесс. Одно мы завершаем, другое начинаем. Вот на этом этапе у людей частенько бывает, ну, большой такой стресс. Причем вот у меня после Нового года, буквально в январе, была одна девушка на консультации. Она занимается коммерческой недвижимостью. И она говорит, у меня хороший вообще хороший доход, круглый год держится, но уже который год я замечаю, что вот конец года, начало года у меня прям провал, финансовый провал. Вот, и я ей говорю, что вообще у вас переходный процесс не настроен. Завершать и начинать для нас небезопасно. Бывает, что когда мы завершаем какой-то период, будь то месяц, квартал, год, в завершении мы останавливаем движение, как будто бы на этом завершении ставим точку. А то же самое проблема, когда, например, у человека до отпуска шло нормально, ушел в отпуск, и после отпуска провал. Тоже завершение и начало проваливаются. Здесь нужно в мышлении выстроить ровное движение, что переход из одного этапа в другой, из периода в период, не останавливает движение, а этот вот процесс, который мы ментально простраиваем, процесс обмена и взаимодействия с клиентом, он постоянно происходит, даже когда я в отпуске, или когда я сплю ночью, или когда у меня выходной, или когда каникулы новогодние, и так далее, и так далее. То есть вот эти вот процессы, паузы или завершение начала, они не должны провальными быть. Вот здесь надо тоже в мышлении анализировать, что у человека создает вот этот вот блокировку в переходных процессах. Потому что план продаж страшно выполнить всегда в первые числа месяца, вот когда только начало идет. На начале вот, или, например, поставили план в конце прошлого месяца на следующий, и есть вот этот страх. Вот. Вот эти страхи, их надо анализировать, что является причиной страха. Вот. И убирать это. Потом бывают даже такие, допустим, вот план продаж, люди в табличке отмечают показатели, да, там считают сделки, клиенты, ну, разные системные показатели ведут. И это тоже классное табло, действительно табло, которым мы управляем. Когда мы едем за рулем, у нас есть свое табло, панель управления, также и в бизнесе. Но я замечала, неоднократно, особенно у перфекционистов, они начинают фокусироваться на выполнении таблички, ну, то есть на заполнении таблички. И это начинает быть подменой движения. То есть ставлю цифры в табличке, это движение, и они утрачивают, например, фокус на движении в энергетическом пространстве. То есть там у них все замирает, а табличка начинает быть для них главной. Заполнение таблички. Здесь просто надо принять, что одно другое не блокирует, что заполнение таблички это как такое между делом, действие между делом. Основное движение, но там в энергетическом поле происходит. Вот. Ну и в заполнении таблички тоже индивидуально надо отслеживать. Бывают у людей страхи. Вот раз не выполнила какие-то показатели, все страшно. Да, что тут уже работать, не выполнить план продаж. У некоторых так бывает. Руки опускаются, все, уже ничего не получится. На самом деле мы живем в таком нелинейном мире. Один день может решить все. Один клиент может сделать выручку всего месяца, там, за весь период. То есть здесь важно не опускать руки еще вот в этих вот введении показателей. И не завышать планы, не завышать планы. Это тоже перфекционисты делают. Планов вот такие громадье себе напишут, а потом действия-то по факту времени меньше или возможности меньше делать действия. Команду, например, не берут, не расширяются.
на одном себе все замыкают. Ну что там эта табличка тогда даст? Короче говоря, вести табличку, но не делать ее главной. Вот, теперь мы доходим, мы этап подготовку прошли. Этап подготовку прошли. Если есть вопросы по этому этапу, вот что еще на подготовке, может быть, я не учла, или на ваших реальных примерах практики, на вашем опыте что-то хочется еще уточнить для себя, где в этапе подготовки вам нужно разъяснение, где вы что-то упускаете, не понимаете, беспокоитесь, тревожитесь. А, как быстро распознать перфекциониста? Они хотят все идеально, все идеально, все правильно. Вот, идеально, правильно хотят. Ну, перфекциониста кого? Клиента, работодателя, заказчика, партнера или в себе? В ком здесь интересно? На кого ориентируемся? Я в своих клиентах перфекционистов сразу вижу. Ага, клиента и партнера. Ага, как распознать? Ну, вообще, например, клиент, я вот сейчас просто размышляла, клиент-перфекционист вообще, он для нас как? Он тоже, может быть, если мы привлекаем клиентов-перфекционистов, они, например, вот пока не поймут, что для них этот продукт полностью идеальный и соответствует всем их каким-то идеальным требованиям, они могут не решиться на то, чтобы купить продукт, да, то есть не идут в сделку. Они могут очень долго изучать информацию, они очень могут вот долго и нудно там что-то проверять, но никак не переходят к делу. Вот перфекционисты, в чем у них есть вообще затык? Они плоховаты в действиях, они хороши в подготовке, но плоховаты в действиях. Не очень решаются, они опасаются, страх ошибки у них очень большой есть. Так, вот еще есть вопрос. На этапе подготовки мы принимаем любой склад событий, плохой и хороший. А как параллельно настроиться на плюс? Но на этапе подготовки мы принимаем, да, должны принимать любой исход, что у нас может это действие дать результат, а может не дать результат. И должна быть готовность делать действие независимо от того, будет результат или не будет результата. И тогда на этой готовности, скорее всего, и деньги будут, и результат будет. Но если, например, человек за любым своим действием привязку к результату, ну, например, да, что здесь имеется в виду у Евгении, положительный исход событий, ну, так она говорит, хороший исход событий, хороший. Вообще, знаете, как вот у Вселенной нет понятия хороший и плохой, вообще нет понятия оценочности в любом событии. События мы оцениваем, хорошее оно или плохое, своей призмой своего мышления. Задача наша принимать любое событие как нейтральное, вот научиться этому. Нейтральное событие. И из этого нейтрального события можно вынести уроки, ресурсы, возможности. Могут быть и, может быть, даже какие-то потери, но это нейтральное событие. Оно не хорошее, не плохое. Оно закономерное моему мышлению. Тогда мы уже полегче себя чувствуем, потому что мы не подвисаем на переживаниях. Ой, какое-то плохое событие случилось. Давай-ка сяду, буду переживать. Ну вот у меня, расскажу, вчера утром машина у меня во дворе стоит на парковке и стоит, никого не трогает. Рано утром, в начале 9 утра, парень там решил на такой длинный, ну небольшой грузовичок такой, разворачиваться во дворе решил. Зацепил, мне просто задний фонарь с машины снес. Вот, я стою и смотрю с окна, ребенок спит, я вообще не знаю, то ли мне можно выйти, то ли нельзя, звоню на подмогу, чтобы мне приехали, кто мог, приехал. Выхожу. Ну вот как к этому событию отнестись? Оно хорошее или плохое? Что у меня там содрал фонарь и еще два элемента на машине повредил. Многие бы люди отнеслись к этому как к плохому событию. Сам парень, виновник, он прямо сильно трясся, извинялся там весь в переживаниях. Вот. Ну, я как понимаю, что, ну да, дополнительные заморочки, но нейтральное событие. Оно не хорошее, не плохое. Я из этого события вынесла минимум 3 урока для себя. Поняла, что не ценю свою машину. Обесцениваю ее. Все. Вот тут сразу поняла, сколько стоит ремонт, и, собственно, есть за что ценить. Вот.
Поэтому поняла, что не надо было доводить до этого, можно было ценить и раньше. Вот. Потом у парня этого заметила, у него мышление, пока мы там ждали где-то оценку, так вот пообщались, он очень зависим от денег. Вот он прямо живет, и он цепляется за деньги. Вот его прям жизнь служить деньгам. Ну и что, вот служить деньги равно терять деньги. Причем у него не было страховки, он будет платить из своего кармана. И я посмотрела на него и сама себе делаю вывод. Вот посмотри на парня и так не делай. Не надо служить деньгам. Служение деньгам всегда ведет к потере денег. Вот, поэтому как вот настроиться на положительный, отрицательный? Моя рекомендация — научиться относиться к событиям как к нейтральным. Любое событие, оно нейтральное, закономерное. Вот как-то мы своим мышлением это событие притянули. Все, постараться заметить, что в моем мышлении мне здесь вот явилось причиной вот этого. Так, новое сообщение. Ага, про партнера-перфекциониста. Партнер-перфекционист, как его заметить? Ну, они очень стараются. Они очень стараются, партнеры. Юль, как заметить его или как с ними быть вообще? Что сейчас уже больше интересует? Ну, как заметить на первом этапе, да, но если ты его заметил уже как-то поздно, как с ним взаимодействовать, да? Как взаимодействовать? Как заметить? Перфекционисты, они очень долго и тщательно изучают информацию, прежде чем готовы пойти к сделке. Да, с одной стороны, это неплохое качество, хорошее, но они как будто бы, знаете, заранее страхуются. Вот у них такая цель — изучить информацию до того, как сделать первый шаг, и они в этом могут тянуть много и долго, каких-то нюансов выяснять. Например, не перфекционист, он будет что делать? Буду разбираться по факту, в действии, в движении. Да, возникнет ситуация, будем, сядем, будем разбираться. Вот это скорее не перфекционист. Перфекционист, он такой, от всего себя страхует заранее. Вот это, знаете, как Ну, то значит. есть, если вот партнер, да, перфекционист, то есть он очень долго будет заходить в партнерство, Долго-долго будет заходить, да, принимать либо вообще не зайдет. или вообще не зайдет. Вот перфекционисты, они стоят в безопасной точке, вот здесь сейчас, и уже вот из этой точки они хотят продумать все, как будет, и уже результат там какой-то. И вот они вот это вот все очень тщательно там, потому что они боятся рискнуть, боятся ошибиться, боятся, что они сделают какой-то неправильный выбор. Но и вот на этом своем промедлении, конечно же, и теряют, и ошибаются, и то и все, но они этого не понимают. Но если с ними зашли уже в партнерство, и вдруг есть перфекционист, как с ними быть? Им надо вот, ну, как-то подыгрывать в их старании себя от всего обезопасить. Старание, вот, они гарантиям очень так хорошо любят гарантии. Подыгрывать. Ну, вообще подыгрывать им надо, потому что гарантий нет. Но если мы им подыгрываем в гарантии, им полегче как-то жить. Там они рисковать боятся. Ну, где-то им, например, помогать, что вот раскладывать. Слушай, ну здесь мы рискуем, ну вот раз, 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 вот такой расклад. Ну, вот как-то им помогать справляться со страхами. Вот. Ну, и четкие критерии им нужны. Так, установление контакта. Вот. Установление контакта. Я вообще думала перерыв сделать между подготовкой и потом вот, чтобы мы уже все шаги после перерыва делали. Ну ладно, идем чуть-чуть пораньше. Давайте тогда начнем установление контакта и будем двигаться по нашему расписанию, чтобы никто не сбился. А можно тогда еще вопрос? Да, можно. Вот мы вот говорим сейчас про то, какие у нас там убеждения там ложные, да, больше у людей сидят. А как распознать, допустим, когда ты меняешь это убеждение, как понять, что вот это убеждение уже не ложное? Вот как выбрать вообще новое убеждение, которое. Да, что она действительно, ну, нормальная там дальше будет. Хорошо, сейчас объясню. Очень хороший вопрос. Да, потому что мне это известно, а я вам объясняю, вам не рассказала. Вот если нам воспринять жизнь как процесс скольжения, вот мы по жизни скользим, вот скользим. И есть убеждения, почему они вообще мешающий. Вот те же самые перфекционисты. Вот перфекционист, пока он сидит и готовится, и в страхах весь, и в гарантиях, в ожидании гарантий, он скользит или он стоит в одной точке?
он стоит в одной точке. Соответственно, весь его набор убеждений, он ему не дает скользить по жизни, он его не вписывает в течение жизни. Ему течение жизни страшно, потому что он в моменте не знает, как с этим быть, потому он же заранее не подготовился. Вот. Поэтому он стоит и не идет в саму жизнь. Вот новые убеждения, они почему эффективны? Они нас, здесь нужен вопрос, это убеждение меня будет держать в точке, где-то зависать и подвисать, или я с этим убеждением буду двигаться и скользить? Вот если представить наше движение по жизни, вот тех, кто очень много имеет неэффективных убеждений, ограничивающих, оно, вот если, допустим, мы в вязаной кофточке вот так вот скользим по пространству, пространство такое в каких-то там разных заносках, таких занозочки такие, и вот мы то тут петелькой зацепились, то тут петелькой зацепились, то там петелькой зацепились, какую-то, я не знаю, обиду держим, страх держим, вот изменения в мире происходят, вот мы на них зациклились, вот там какая-то, я не знаю, какой-нибудь там сосед на дорогой машине, а мы его осуждаем, или еще что-нибудь, да, вот разные-разные какие-то зацепки, которые вот нам бы двигаться по пространству, а мы все своими петельками зацепились там в прошлом, на этих убеждениях. Вот по-хорошему, что я делаю? Мы петельку за петелькой снимаем, отцепляемся и новыми убеждениями просто принимаем скольжение. Вот, допустим, то же самое пространство вариантов. Мы хотим намерение вот такую сделку, но заранее я предлагаю принять все возможные варианты, которые могут быть. Потому что что значит непринятие? Непринятие — это мы потенциально на них зацепились. Что вот если будет сделка, хорошо, а если ее не будет, то это для меня, например, страшно, неприятно, я тут буду переживать, впаду в обвинение или еще там у кого что. Все, он жирненько петелькой зацепился на то, что у него сделка не случится. Все, если он на этом зацепился, он будет иметь дело с этой ситуацией. Но если он ее ментально принял, проработал, ну ничего страшного, ну ладно, значит, пойду в другую сделку. Отцепился петелькой, и у него не будет препятствий проскользить к желательному для себя событию. Вот, то есть новые убеждения, они должны работать на наше скольжение, а не зависание в каких-то ситуациях. Ну, а примеры расскажите какие-то. Примеры. Из вашей практики. Да, ну вот сейчас я так как-то сумбурно примеры привела. Ну вот, например, мы делали, да, из мастер-класса, набирали, какие у нас есть тупиковые действия. У меня здесь есть распечатанная эта фотография. Допустим, вот девушка говорит, да, не хочу напрягать, сложно запросить обратную связь, я не хочу напрягать других людей. У нее какое убеждение, что она потенциально вообще напрягает своими просьбами? Напрягает своими просьбами. И вот она раз, если она напрягает, значит, надо не делать. Она останавливает свое движение. То есть надо запросить отзыв, это движение, это скользить. Спросить отзыв, применить его, это вот скользить. У нее есть страх, как я буду напрягать людей своими просьбами. И она останавливает свое движение. И она стоит на месте, не делает. То есть ее проект в этой точке останавливается, он не в движении. А если, например, человек, который мыслит как та тигрица на охоте, что у нее все нормально, если она поймала этого зайца и съела, ну, напрягся он, ну и что? Я его все равно съем. То есть у нее нет тогда в таком мышлении и нет остановки. И она что скажет? Ну, обращусь и напишу, там, напишите отзыв или ответьте на мои вопросы, или еще что-то, она будет все равно двигаться с пониманием, что, ну да, может быть, напишут, а может быть и нет. Но если они напрягутся, ну пускай не реагируют на мой запрос, например. Но она не боится их напрячь, то есть она в движении. Тогда. Так, другой пример. Допустим, ответы на возражения. Спасибо, все хорошо, мне не нужно ваше предложение. Спасибо, все хорошо. Если мне отказали, значит, я ухожу. Все, останавливает сделку. Остановка происходит, все, движения нет. А по менталитету движения. Мне отказали, и я все равно иду в разговор. Расскажите, а как вы ухаживаете за цветами? Расскажите, а как вы это делаете? А давайте сравним предложение, то, что у вас уже есть, и то, что я предлагаю. Просто с исследовательской точки зрения. Вот исследователи, они всегда в движении, они не останавливаются.
этот процесс познания, он такой не бесконечный. Вот. То есть получается, что вот остановился. Соответственно, какое бы я предложила ограничение? Мне отказали, я продолжаю действовать, продолжаю двигаться. Потому что, ну, например, вот у той девушки ей отказали когда-то, так она же и к другим клиентам не идет. Не то, что с этим не продолжает общение, она и с другими не заводит его. То есть у нее прям сработала точка, остановка. На отказ остановка. Вот. Поэтому вот эти эффективные убеждения, они нас нигде не зависают, ни в каких событиях. Мы их способны принять, пережить и двигаться дальше. Ну вот у этой моей клиентки, которая управляет бизнесом, у них снабжение, они снабжают системами водоотведения вот эти все крупные учреждения, там шахты, вот такие вот с такими заказчиками работают. И когда, например, в угольной отрасли есть движение, то вроде как и у нее хорошо. А если угольная отрасль там зависла на какое-то время, у нее срабатывает, что и я зависаю. Когда мы стали с ней работать, а можно ли вот эти вот системы предлагать другим предприятиям, кроме шахт? Она так поразмысленно говорит, ну можно. Можно. Вот. Получается, что у нее как срабатывало? Там экономическая какая-то политическая ситуация такая, шахты закрылись или остановились, значит, и у меня все начинает плохо идти. Прописать, она останавливает свое движение, в голове в своей остановка происходит. Убеждение какое? Что если там что-то закрылось по принципу обмена, если что-то перекрылось, значит, будет другой какой-то канал. Все, если здесь не получается, еще в других местах. Продолжаю двигаться. Вот. Это даже вот на уровне органов чувств у человека. Если, например, у человека, ну, допустим, человек от рождения слепой, да, ну вот плохо со зрением, нет зрения, то у них другие уже органы чувств лучше работают. Я просто в лифте каждый раз обращаю внимание, вот есть кнопочка, и там вот эти вот точечки для тех, кто не видит. Я думаю, господи, как же они это все вот пальцем прикоснулись и понимают, сколько точек. Вот как у них это все настроено, да, вот компенсаторика. То есть если что-то одно не работает, значит, другое более развито. Если один канал закрывается, значит, открываются другие каналы. Просто их надо видеть, разрешить себе видеть, не останавливаться, быть в движении. Вот, ответила Юль на вопрос ваш? Да. А я правильно понимаю, что вот шаг номер ноль, который подготовка, если он не пройден, к шагу номер один не надо приступать? Или это не взаимосвязано все-таки? Ну, Если конечно. подготовка не пройдена, дальше идти стоит? Или можно с любого шага начинать? Если мы вот про продажи, да? В продажах вообще, конечно, ну, вот эта последовательность, она не случайна, но те, кто придерживается ровной последовательности, это скорее перфекционисты. Они будут, вот если я этот шаг не сделаю, я к следующему не приступлю. Я вообще за то, чтобы делать выводы из опыта, из реального опыта. Например, если мы игнорировали процесс подготовки, сразу же пошли в установление контакта. Ну и как-то там что-то получили опыт. Там презентацию себя, например. А вот у меня тоже была одна девушка недавно на консультации, и она что рассказывает? Она преподаватель английского, и она развивает свой блог, и она хочет там разные продукты свои предлагать. И говорит, я понимаю, что мне надо больше выступать, вот, ну, развивать соцсеть. И она с психологом даже работает и говорит, вот я вроде бы себя и ценю, и знаю, что у меня хороший уровень, и у меня много практики, но как только заходит речь выйти в Инстаграм в прямой эфир и что-то о себе рассказать, я тут же сдуваюсь. Она откладывает эфир, она в них не выходит, ей туда страшно вообще смотреть. Вот. Но это же не означает, что она не делает. То есть вообще все процессы продаж мы с каждым клиентом можем параллельно быть на разных уровнях. И мы можем, например, вот из опыта с одним клиентом понять свои слабые места и уже на следующую сделку, например, что-то предусмотреть в своей подготовке. А можем не предусмотреть. Вот если бы она не знала, что она не может выйти в эфир, она бы и не знала, что у нее есть слабое место, потому что она себе как будто бы, сидя на диване, думает, что у нее все хорошо. Но как только выходит дело на практику, ей начинает быть страшно. Вот, поэтому я за то, чтобы работу с мышлением совмещать с реальным опытом. Например, пошли в установление контакта. И не получается это установление контакта. Может так быть? Вот я иду, а не получается.
А иногда я знаю некоторых людей, они даже договариваются о сделке, доезжают до предприятия, до места, где сделка, до офиса, и не заходят. Не могут зайти, хотя договорились о встрече, а зайти туда не могут. Ну, страшно, или там неуверенность, или еще что-то происходит. Все. Вот. То есть это можно, это же не нарушение, но просто надо пойти проанализировать, где у меня слабое место, чего я боюсь. Например, подъехал к офису, да, а офис там какое-нибудь такое статусное здание, высокоранговое. И он себя сильно почувствовал в присутствии этого высокорангового здания слишком таким незначимым. То есть раз низкий ранг включился, а он не проработал это, не обесценивает себя в присутствии сильного ранга. И все, сделку не пошел, ну там на встречу, например, не пошел. Если мы не будем делать действия, мы не будем понимать свои блоки. Вот я про что. Ну, совсем с любого не получится. Например, завершение сделки вряд ли получится, если мы не сделали презентацию, предложение, не ответили на возражение. Просто ответ на возражение бывает прям отдельно выделенный такой этап, когда люди прям задают эти возражения. А бывает, что мы так делаем мудро презентацию, что мы уже в ней какие-то возражения закрываем, например. Тогда этот может быть один этап, который за два срабатывает, и уже клиент покупает. Все, у него там все пазлики сложились, он купил. Вот. Но в любом случае знакомство было, подготовка была. Ну, все действия, они как-то нативно все равно друг за другом Да, идут. понятно, понятно, да. Понятно. Ну, даже если мы это делаем не в офлайне, а в онлайне, все равно мы даже в контенте периодически этот цикл повторяется, что есть, например, там, вот мне, например, мой SMM-менеджер говорит, вот, Наташа, сегодня пишешь про себя знакомство. У нас было, допустим, присоединение новой аудитории, пишешь про себя пост знакомства. Эту неделю мы делаем знакомство с компетенциями, с опытом там, и так далее. Потом начинаем продукт какой-нибудь раскручивать. Перед тем, как открывать окно продаж, всегда идет неделя закрытия возражений, например. То есть, в общем-то, это такая же схема и в онлайне работает. Так, ну что, смотрите, как раз вот мы очень хорошо поговорили на вопросы, очень здорово, что вот эта вот реальность проникла в наше обучение, чтобы это было такое близкое к жизни общение. Я предлагаю нам сейчас пойти на перерыв, он будет тогда 25 минут, и мы встретимся по московскому времени в 11:10 через 25 минут. Всем отдохнуть, развеяться, попить чай. Вкусняшку съесть, и потом остальные шаги продаж мы завершим. И Ну, то будет. есть мы их выходим из зума, потом опять заходим, да? А можно просто видео и звук так вот на А, закрыть. убрать и все, да? Все Да, поняла. просто прийти сюда снова.
Так, продолжаем. И я здесь в чате увидела вопросы. Очень хорошо, что они у нас появились. Вот вопрос Екатерина задала. Скажите, пожалуйста, как именно вы работаете с ограничивающими убеждениями? Ну, вообще, как я с ними работаю? Во-первых, в моей компетенции входит людям помочь осознать свои ограничивающие убеждения. Например, приходит человек с запросом, что, ну, какой-то результат, не получается достигнуть, или какая-то неудовлетворенность есть результатами или действиями, или своей жизнью. Ну и дальше уже смотрю, какие ограничивающие убеждения из нашей беседы это все замечаю, какие у него есть ограничивающие убеждения. Говорю, вот то-то, то-то. Как с ними работать? Вообще, на самом деле, когда человек самосознательно готов отказаться от какого-либо убеждения, то оно перестает иметь силу. Каждое ограничивающее убеждение, оно под собой имеет какую-то позитивную мотивацию, от чего-то нас защищает, какую-то безопасность дает, может быть, какую-то веру в иллюзию в какую-то и так далее. То есть я начинаю показывать человеку, а зачем ему то или иное убеждение, с какой целью он за него держится ментально. И, собственно, когда начинает понятно, то человек, ну, можно спросить, а вообще точно тебе это надо? Точно хочешь за это убеждение держаться? Да нет, не хочу. А можно эту же мотивацию достигнуть другим убеждением? Ну да, можно. Все, и мы начинаем уже перестраивать мышление. От той мотивации отказываемся, а другую принимаем. Я еще здесь работаю как NLP-мастер, потому что работа с подсознанием, она вот техники NLP, они очень хорошо помогают. Тот же самый ментальный образ можно заменить, применяя там один из инструментов NLP. Просто, ну, образ, который есть, его стираем и рисуем новый образ. Все. Все это уже там дело техники. Инструментом я обучена разным, поэтому смотря какой инструмент нужен, такое и использую. Вот. Кроме того, я как астролог еще всегда смотрю натальную карту, потому что есть в натальной карте много подсказочек по поводу неэффективного мышления, которое мешает, блокирует, нас где-то останавливает в движении. Вот. Ну, разными способами подсвечиваю все, что можно проработать. Так, и Евгения спрашивает, есть ли страх выступать публично? А, если есть страх выступать публично, и я приняла решение идти в этот страх. Это продажа. Презентация себя, получается, как тут подготовиться? Страх выступать, страх презентовать себя, так я поняла. Ну, как подготовиться? Страх презентовать себя. Но здесь надо посмотреть как раз все, про что мы говорили. Самооценка. Причем не столько даже самооценка. Самооценка, она всегда в присутствии других людей. То есть как меня оценивают другие, и уже от этой оценки я себя оцениваю. А есть еще другое понятие, как самоценность. Чувство собственной ценности. Контакт с собственной ценностью. Когда мы презентуем себя, то мы презентуем то, почему мы являемся ценными для других людей. Почему наш продукт является ценным для других людей. Вот. Поэтому для того, чтобы было не страшно, нужно очень хорошо поверить в собственную ценность. И поверить, что эта ценность нужна другим людям. Ну вот, это будет поддержкой к тому, чтобы преодолеть этот страх выступлений. Вот. Ну что, идем дальше. Следующие шаги. И следующий шаг – установление контакта. Здесь нужно смотреть всегда уже дальше во всех этапах продаж. Я и люди на разных уровнях, в разных действиях. Как мы вообще с людьми себя чувствуем? Блоки первого знакомства. Я и люди. Вот что еще могу сказать, что человек, например, ближнее окружение людей может хорошо принимать, оно для него безопасно, но внешних людей не получается принять. Например, если продажи строятся по сарафанному радио или только вот из теплых клиентов, из теплого круга клиентов, то это скорее убеждение такое, что ближний круг, вот такой круг знакомых для меня безопасен.
Но человек с осторожностью впускает людей из внешнего пространства. Например, может реклама не дать результата, может, ну, какая-то интервенция на клиентский трафик из внешнего пространства, она может не сработать. И это как раз причина в том, что человек своим страхом будет ограничивать себя от взаимодействия, от контакта с внешней аудиторией, потому что она не, ну, небезопасна. Это как у нас из детства простраивается. Своим открывай дверь, чужим не открывай, например. Или там различая, где свои, где чужие. Это мы можем видеть просто даже примером наших родителей, родственников, что для своих мы открыты и щедрые, например, а для, там, в отношениях с чужими как-то держимся закрыто, допустим. Ну, вот в моей семье это точно есть, и я у себя такой блок убирала, и еще продолжаю убирать. Потому что настолько это прочно, вот этот страх взаимодействия с малознакомыми людьми, но чисто в моем мировоззрении, в мировоззрении моей семьи, он очень прочный, этот страх. Вот, дальше. Иметь состояние, мы на равных. Я никого не тащу, не решаю ничьи проблемы. Я просто предлагаю продукт, услугу, товар, информацию на эквивалентную, на денежный эквивалент, который в этот обмен я вкладываю. Ну, про это мы уже говорили, поэтому подробно не буду здесь останавливаться. Потом вот еще, не держаться за клиента. Это ровно примерно так же не держаться за деньги, так и не держаться за клиента. Вот я даже такое пояснение. Бывает такое, что продажу, например, потом еще очень четко сопровождают. Сейчас пример скажу. Человек не хочет продавать другим людям, потому что, например, они не сумеют с этим воспользоваться. Допустим, инфопродукт. Предлагаю купить какой-то инфопродукт, но блокирую эту продажу бессознательно, потому что думаю, что люди неправильно им распорядятся. Или, например, просто прослушают инфопродукт, но не применят на практике. Или книгу прослушают, но не применят в жизни своей. Вот есть некоторые такие авторы книг или авторы продуктов, которые хотят, чтобы их клиент прям обязательно функционально воспользовался продуктом. На самом деле есть люди, которые покупают обучение, тренинги, любую информацию и ей не пользуются. Такое тоже есть. То есть здесь задача какая? Не контролировать, как воспользуется клиент этим продуктом, который он покупает. И разрешить ему на свое усмотрение воспользоваться, как он считает нужным. Не сопровождать, не контролировать, не, ну вот именно ментально. Или, допустим, там фитнес-зал, можно купить абонемент. Вот я такой клиент, я покупаю абонементы в фитнес-зал и не хожу в них. Вот. Все время все-таки склоняюсь к индивидуальным занятиям. И все, что им не продать мне, что ли, абонемент, если я его хочу купить. Я покупаю, но не пользуюсь, допустим. Ну и ладно, ничего такого. Это уже мои, как говорится, проблемы. Вот. В общем, такое бывает иногда, не у всех, но иногда бывает, когда продавец своего продукта контролирует, как воспользуется его продуктом, и поэтому думает, что они воспользуются неправильно и не продает им. Дальше. Убрать ментальные программы на закрытость от людей. То есть, когда мы устанавливаем контакт, но при этом демонстрируем закрытость, то это тоже будет вот этому контакту, ну, то есть мы не сблизимся. Ведь же цель установления контакта сблизиться со второй стороной, сблизиться, найти точки соприкосновения, найти что-то общее, найти то, что их объединяет, общие интересы. Почему частенько для установления контакта рекомендуют, например, малый разговор какой-то, да, или разговор ни о чем, ну, ни о чем конкретном, какой-то общей такой жизненной теме. Потому что это именно на сближение работает. Так вот, на сближение можно работать, можно идти на сближение и в разговоре, и ментально. Но прежде всего ментально нужно быть. Это тоже, кстати, в момент, наверное, подготовки можно вынести, потому что посмотреть, где я закрываюсь от людей, почему я от них закрываюсь. Например, у меня очень много блоков по отношению с людьми пришло через папу. Вообще, в принципе, у нас через отца и мужчин рода приходят все алгоритмы, как простраивает
как нам простраивать взаимодействие с людьми. Папа равно социум. Папа и мужчины рода равно социум. То есть как они взаимодействуют с людьми, так и мы взаимодействуем. Как мы взаимодействуем с мужчинами рода, так и мы взаимодействуем с социумом примерно. И вот на своем примере расскажу, что у меня достаточно такие... Ну, папа у меня серьезный, брутальный, сильно такой на эмоции не ведется. В общем, молчаливый, достаточно такой молчаливый. И он не очень-то открыт к людям. Вот эти вот все алгоритмы, они мне передались естественным образом. И вот он держится на расстоянии от людей. И у меня такие же есть очень много этих алгоритмов. И раз за разом я их чищу, чищу, убираю, убираю. Ну и, собственно, в процессе. Не могу сказать, что точка поставлена, я в процессе. Закрытость от людей. Люди как будто бы не нужны. Люди потенциальную угрозу представляют, они опасны. Или люди, например, не поймут меня, или отвергнут, или кому я вообще нужна со своим продуктом. Это все уже перепахано, переработано. Собственно, вот эти вот все моменты были. Есть другие люди. Например, мой муж, он вообще открыт к людям. И он мне всегда говорит: а почему ты вот так вот... Ну, как-то не очень-то к людям сама стремишься. Вот он приезжает, например, в наш город, а он иностранец, вообще в другую страну приезжает. Он здесь умудряется уже друзей найти. Я, например, приезжаю в его город, в его страну, не стремлюсь найти себе друзей там. Мне не надо почему-то, а вот ему надо, и он вот ищет друзей. Потому что мы ровно противоположные показываем энергии. Мне, по сути, надо научиться у него быть такой открытой к людям, а ему... Он, собственно, своей открытостью тоже огребается от людей. А ему надо от меня научиться быть немножечко на расстоянии с людьми. То есть нам, по сути, надо вот такую среднюю обрести. Вообще муж и жена друг друга вообще учат хорошо вот таким среднему мировоззрению, потому что показывают друг другу силу и слабость, уязвимость. Вот у нас, например, с ним очень хорошо вот это вот разное отношение к людям. Он открыт к людям, а я немножко пока вот еще в процессе этого. Дальше. Принять готовность на эти темы для маленького разговора. Да? Small talk, маленький разговор. Бывает, знаете, как вот про маленький разговор, про такой разговор ни о чем, люди не очень-то хотят на него идти, особенно если это эксперты или люди такого глубокого склада ума, характера, что вроде как это пустая трата времени, это ни о чем, надо сразу к делу переходить. И вот эта вот готовность поговорить о жизни, она пропускается. Но это лучше бы это не пропускать, потому что это позволяет сблизиться и убрать различные энергетические защиты от людей. Но это вот эмоциональные защиты в виде страхов, в виде протестов, противостояний, обид каких-то на людей. Вот. Дальше, следующий слайд. При установлении контакта еще очень важно посмотреть на пространство. Вообще, где у нас происходит сделка? Есть несколько таких вот этапов. Принятие себя и своего продукта, принятие людей и принятие пространства, в котором эта сделка происходит. То есть одна сторона – это я, другая сторона – это клиент. И где они взаимодействуют? В каком пространстве происходит эта сделка? Можно вот прямо на уровне физического пространства принимать. На своей территории я продаю, или на территории другого человека, или на нейтральной территории, или даже в онлайн-пространстве. Потому что бывает такое, что физическое пространство принято, а онлайн-пространство не принято. И поэтому в онлайне сделки не идут, например. Или наоборот, онлайн-пространство принято, а физическое не принято пространство. Просто принять, да, вот это место, в котором мы взаимодействуем. Признать, что оно в реальности, признать, что оно ресурсное, признать, что оно безопасное, и перестать нападать на пространство. Это прям вот отдельные есть тоже мировоззренческие такие особенности, когда человек не принимает пространство. Оно для него небезопасно. Дальше, второй шаг. Если будут возникать вопросы, то пишите, я на чат смотрю. Второй шаг – выявление потребностей. Вот этот шаг вроде бы самый очевидный, что нужно выявлять потребности. Но я на своем опыте знаю, сколько работаю с людьми в тренингах или в индивидуальной работе.
вот этот момент выявления потребностей почему-то часто сворачивают, да, не хотят на этой теме останавливаться или затрагивать. То есть как классически делают продажники? Здравствуйте, и начинают переходить к презентации продукта. Вот понаблюдайте даже вокруг, куда бы вы ни пришли. Там, я не знаю, ну вот, например, в магазин, может быть, косметики. Заходишь туда, они здравствуйте, и начинают сразу какую-нибудь свою акцию озвучивать. Или там в магазин, допустим, органических продуктов фермерских. Заходишь, они говорят, вот, здравствуйте, и начинают сразу что-то предлагать, продавать. Про потребность вообще забывается. То же самое в онлайн-пространстве работает, что, например, пишется текст какой-то, а потребность для кого пишем, на какой вопрос отвечаем. Вот это вот первые строчки, да, в самом начале текста. То, что должно как раз зацепить целевую аудиторию, пропускается и сразу дается... Например, какая-то информация без учета потребности. Для кого эта информация? Вот почему это происходит? Здесь могу что рассказать, что вот есть один человек и другой человек, и есть их мнение. Когда человек при своем мнении находится, то это достаточно безопасная ситуация. Она безопасная, потому что вот я при своем мнении, я уже с ним свыкся, знаком, оно мне понятно, оно имеет опоры какие-то, и это мое мнение меня поддерживает, мою безопасность. Когда мы настраиваемся на потребность другого человека, то есть риск в чем? Есть риск в том, что он своим мнением может повлиять на изменение моего мнения. И очень часто люди вот эту вот защиту своего мнения обороняют, они ее прям держат вот так вот крепко, потому что... Мы, в принципе, защищаем свои алгоритмы безопасности повсеместно. И вот держаться за свое мнение – это один из алгоритмов. Когда мы открываемся и говорим, что бы ты хотел, ведь же есть риск, что человек спросит что-то такое, к чему мы, например, не готовы, или не знаем, что сказать, или, и выглядим здесь, может быть, допустим, неэкспертными. Да? Когда я в своем мнении, то это равно, я эксперт, и я уверен. Когда мы настраиваемся на вопросы другого человека, на его потребности, то здесь нужно быть гибким, в общем, в своем мнении, вот, адаптивным, гибким, слышать другого человека. У некоторых людей, например, нет терпения слышать человека другого. Или есть страх, что его, например, не получится понять. И тогда пропускаются все вот эти этапы выявления потребностей. Но самый частый, вот даже, допустим, провожу тренинг, продажи, переговоры. В конце тренинга делаем игру, которая инициирует, ну, там, например, бизнес-ситуацию какую-то. Встречаются продавец и покупатель на сделке. Начинаю, вот только целых 2 дня про это говорили, и тут же они начинают. Здравствуйте, а я вот хочу вам продать вот это. Пропускают, подсознательно пропускают этап выявления потребностей. Это частый-частый момент. Ну, почему пропускают? Конечно, надо индивидуально смотреть. Самая популярная причина – это при своем мнении быть безопасным. Отказаться от своего мнения или изменить свое мнение. Вот здесь бывает очень так вот жим-жим возникает. Дальше. И еще адаптивности требуется, да, требуется адаптивность, потому что когда мы, например, слышим запрос другого человека, а наше предложение его не учитывало, например, да, то нужно в моменте проявить гибкость и адаптивность. Когда человек мыслит образами в движении, в процессе, то он может быть гибким и адаптивным в моменте. Но когда человек, например, мыслит статичными образами, то... то тогда ему сложно быть гибким, потому что он такой вот не гибкий в статичных своих образах ментальных. Как настраиваться на потребность клиента? Настроиться – это равно примерно тоже в этапе подготовка. Если мы знаем и изучили клиента, к которому мы идем и с которым хотим повзаимодействовать, то, понимая его потребность, все свое предложение под его потребность нужно адаптировать. Бывает такое, что мы даже понимаем потребность, а идем все равно со своим предложением. Оно все равно такое вот свое родное. И здесь вот не хватает именно настройки на потребность. А еще бывает такое, что я вроде бы и понимаю потребность, но есть такое намерение склонить его к своему предложению. Убедить, переубедить, аргументовать или еще как-нибудь. То есть есть такое желание вот в этой... в этом взаимодействии все равно доминировать в своем мнении.
В сделке это невыгодно. Лучше бы, чтобы клиент преобладал. Вот есть еще такое понимание, как будто бы продавец, тот, кто продает, это мужская фигура, а тот, кто покупает, это женская фигура. И это как момент ухаживания, момент флирта. То есть мужская фигура, она дает возможность женской фигуре быть такой более, чувствовать себя, ну, в центре внимания, как будто бы, да, таким центром внимания. Тогда женщина, как вот в обычном взаимодействии мужчины и женщин, женщина тогда себя чувствует, ну, такой оцененной, любимой, нужной. Она где-то раскрепощается, отношения сближаются. Вот процесс продаж, он примерно такой же. Тот, кто продает, это фигура мужская, тот, кто покупает, это фигура женская, и здесь нужно больше обхаживать, потому что когда, например, фигура мужская только склоняет к своей цели, такой захватил и в свою, скажем так, увел в свои желания, в свои потребности, ну, либо эта женщина будет сопротивляться и уйдет, ну, либо это будет не очень интересная для мужчины женщина, которую он быстро забудет, как это бывает, в общем-то, и в продажах. Бывает же ведь, что клиент становится неинтересным. Такое тоже бывает у некоторых. Вот. Поэтому настраиваться на потребность клиента — это позволить клиенту раскрыть свою потребность, о ней поговорить, рассказать. Вообще, когда мы вот это позволяем сделать, то клиент сам себе продает. Вот есть даже такой момент. Он сам себе продает, потому что он все рассказал. А вот есть такой продукт. А как бы вы вот его могли использовать, например? Да? И человек раз-раз-раз сам себе продает, как он может использовать, и, собственно, вот и покупает. Вот. В общем, когда мы двигаемся в продажах, исходя из потребностей клиента, то, ну, здесь очень много бонусов получаем. Когда мы свое мнение навязываем или там доминируем, или аргументируем, или много говорим, то в этот момент клиент может вообще заскучать, он может потерять вообще нить разговора, он может отвлечься на какие-то другие свои темы. Он может уже давно, например, потерять интерес к тому, что говорит, ну вот к монологу, например, да. Поэтому для того, чтобы вот разговор лучше бы превращать в диалог всегда, потому что вот фраза как «я тебе мячик, ты мне мячик», «я тебе мячик, ты мне мячик», чтобы это был именно диалог. Тогда и мы как продавцы себя чувствуем, что мы вот, ну, как-то держим внимание клиента. И клиенту интересно, он вовлечен, и его потребности реализуются. Вот. Я ответила, Юль, на вопрос, как настраиваться, да? Хорошо, идем дальше. Коммуникация о потребностях. Вот здесь вообще очень интересно. Вот нужно различать потребности и предпочтения. Потребности и предпочтения — это не одно и то же. Например, потребность у человека, может, на своем, давайте, примере расскажу. Я могу вести тренинги, могу индивидуальные сессии, могу провести астрологическую консультацию, да? Я бы спросила: вы хотите астрологическую консультацию, или вы хотите тренинг, или вы хотите, например, там интенсив посетить, или какой-нибудь мой видеоурок купить, да? То есть я бы предложила, вот просто спросила, какой вы хотите продукт. Это на уровне предпочтений, что человеку удобнее, или какому, например, там формату он больше доверяет и открывается. Это предпочтение, но что он за этим хочет, какая его потребность, что он хочет-то на самом деле? Он хочет денежный вопрос проработать, или он хочет отношения, или бизнес какой-то, или здоровье поправить. Вот это будет потребность. То есть потребность и предпочтение не одно и то же. Предпочтение — это на уровне, какой формат комфортнее, который даст мне ответы на мои потребности. Вот, поэтому частенько в разговоре с клиентом люди на предпочтениях фокусируются, а потребность не замечают, не чувствуют ее, не знают. Потребность — это когда мы думаем о том, зачем ему результат моего продукта. Вот есть результат, а зачем он ему? Вот тогда и будет уже поле потребностей, мы тогда попадаем в поле потребностей. Как, например, вот есть бананы, да, бананы. Вроде бы понятно всем, что такое бананы. Но хороший продавец будет рассказывать, зачем человеку есть бананы. Причем вот это «зачем есть бананы» на уровне его потребностей.
Потому что одному будет бананы есть вот зачем, а другому есть бананы зачем-то другим, а третьему есть бананы зачем-то третьим. Вот. Понятен здесь момент? То есть как замечать потребность из-за разговора? Как ее замечать? Вот за разговором надо ценность чувствовать. Ценность. Ценность. Что он на уровне ценности говорит? Ну, например, сейчас я вспомню какой-нибудь пример еще. А, ну вот даже у меня запрос. Клиентка приходит на астросессию, и она меня спрашивает. Я говорю, что бы вы хотели вообще, ну, какие задачи решаете, зачем вы пришли на сессию, что вы хотите. Она мне говорит, лучше понять себя. Лучше понять себя. Я ей говорю, а зачем лучше понять себя? Она говорит, ну вот у меня вот есть проект, я вот так вот его хочу развивать, а вообще думаю о переезде. А вообще вот у меня сложные отношения с мамой и старшей сестрой. Вот. А вообще вот у меня два сына, они такие разные. То есть у нее там очень много дальше внутри потребностей. И она говорит, я хочу познать себя, чтобы разобраться с другими глубинными процессами в своей жизни. Вот. По сути, как замечать? Об этом можно просто спрашивать. Вопрос «зачем?», например. Он очень хорошо позволяет раскрыть. Но при этом не вестись на первый ответ, а за этим первым следующий, как правило, он более глубинный. Вот человек говорит, я хочу вот это, а зачем вы вот это хотите? Какую хотите решить проблему этой информации, да, или этим продуктом? И вот там вы уже попадаете в поле истинных потребностей. Как подтвердить потребность? Вот этот этап тоже частенько пропускают. Здесь просто исключить недопонимание. Вот для чего нужно это делать, исключить недопонимание. Дело в том, что мы все имеем собственную субъективную призму, через которую воспринимаем мир, информацию других людей, жизнь вообще. У каждого своя субъективная призма. И вот это просто маленькая, маленькая деталь, которая позволяет исключить, что разговор пойдет не в то русло вообще, да, или там презентация пойдет не в то русло. По сути, это очень просто. Правильно ли я понимаю, что для вас важно, интересно, значимо то-то, то-то, то-то? Вот этот вопрос. Правильно ли я понимаю? Это вообще правило двухсторонней коммуникации. Когда коммуникация с две стороны в процессе коммуникации находится, то есть такое правило. Сначала информация идет от одной стороны к другой стороне, а потом, чтобы в глухой телефон не превратилось, другая сторона возвращает то, что понимает. Для того, чтобы взаимопонимание было. Вот. Но здесь на примере, да, вот она говорит, я хочу лучше понять себя. Ну а зачем? Что вы решаете? Какие задачи, в которых вы хотите себя лучше понять? Она говорит, вот думаю про переезд в другую страну. Вот. И как ей подтвердить потребность? Например, как бы я это сделала? Другими словами, вы хотите понять свои сильные и слабые стороны, которые вас могут к этому переезду вообще подвести, подтолкнуть, дать вам ресурс на это решение. Вот, она говорит, да, все. Вот это когда между нами взаимопонимание возникает, то тогда еще лучше сближение происходит. Еще лучше человек больше включается в презентацию, она ему интереснее, он начинает слушать и вовлекаться, потому что на одной волне. Когда бывает, что продавцы пропускают этот этап подтверждения потребностей, во-первых, есть риск, что они услышали поверхностное предпочтение и не про потребность говорят, а про предпочтение. Снова раз и отдалились, снова нет взаимопонимания, снова не про то. Вот, и сделка не происходит. Вот. Как связать потребности с выгодами предложения? Так, ну это прям нужно такое практическое упражнение по-хорошему сделать. Как связать с выгодами предложения? С выгодами предложения. Я сегодня это упражнение, не, в общем-то, не планировала делать. У меня там два других упражнения заготовлены. Но давайте на словах объясню. Что вот человек, например, имеет свое предложение. У него есть продукт. Он его ценит. И этот продукт, он там на этапе подготовки пишет, что выгоды моего продукта вот такие, 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 такие. Но когда он открывает потребность человека, может так оказаться, что выгоды, которые он написал для себя в подготовке, не являются выгодами для клиента. Вот оно, несовпадение получается. Например, давайте вот продажа хлеба.
Просто обычный, там, не знаю, пшеничный хлеб. Обычная булка стандартная. Для какого-то клиента будет, например, он выбирает хлеб, потому что этот хлеб, например, мало крошится. Вот для него выгода, он мало крошится, а продавец ему будет рассказывать про румяную корочку, например, или про хрустящую корочку. Будет несовпадение, потому что его потребность, например, меньше уборки после того, как он сделал, там, не знаю, утром тост или завтрак, меньше протирать крошки или лучше их не иметь. А потом кто-то другой скажет, что он привык к этому вкусу, это вкус детства, это будет его выгода. И, например, тоже презентация про хрустящую корочку будет не совпадать. А кому-то, наоборот, нужна хрустящая корочка. То есть за одним и тем же продуктом люди идут с разными потребностями. И когда мы делаем презентацию, упираясь только в одну характеристику, игнорируя другие, то мы можем не попасть в выгоду клиента. Вот. Поэтому здесь на этапе подготовки о своем продукте надо пошире подумать, а для каких людей он подойдет? И для тех, и для тех, и для тех, и для тех. И уметь в своей презентации на разные потребности клиента давать предложения, давать, может быть, информационный какой-то акцент делать. Вот. Дальше. Вот, собственно, сама презентация. Сама презентация. Ощутить непривязанность к предложению и свободно себя чувствовать от продукта. А здесь это внутренний настрой. Что такое непривязанность к своему же предложению? Вот не держимся за свой продукт. Бывает такое, что продавец не может отпустить свой продукт. Вот он его так любит, так сильно дорожит им, что он его даже отпустить не может. Вот готовность отпустить, готовность быть свободным от этого продукта. Вот здесь тоже две грани. Либо это люди, которые продают не свой продукт, они вообще к нему равнодушны, частенько бывают. Вот это даже вот сейчас мне вспомнился магазин бытовой техники, когда или там вот электроники, какое-то такое пренебрежение там у них есть. Если даже вот, ну вот я вспоминаю, покупала год назад iPhone, и там как раз на грани между 12 и 13, они одновременно вышли, примерно одинаково стоили тогда еще. Вот, и я спрашиваю, а в чем разница? Что мне сказал продавец? Он сказал, да, в 13-м просто камера получше чуть-чуть и все. Очень пренебрежительно отнесся. Хотя для меня тогда одинаковые суммы, я бы могла и тот купить. Вот. Он отнесся пренебрежительно. То есть наоборот, какая-то такая холодность в отношении продукта. А когда человек продает свой продукт, свое детище, свою детку такую, да, то он наоборот бывает очень к нему привязан, очень о нем как-то вот трепетно переживает, не чувствует себя свободным в отношении продукта. То есть нужно полегче относиться к продукту. Вот здесь прям нужно баланс найти. И не холодность, и не вот эта вот привязанность. Дальше. Заранее принять разные реакции аудитории на предложение. Здесь как к своему ребенку. Бывает, что люди к своему ребенку ревностно относятся, когда кто-то его, например, там может, ну не знаю, ну обидеть, конечно, нет, хотя и такое бывает, там накричать или отказать, или как-то пренебрежительно отнестись, то примерно так же мы к своему продукту. Мы очень за свой продукт, как за ребенка болеем. Это, в общем-то, и по астрологии точно так же, потому что сфера творчества, где мы рождаем свой продукт, и сфера детей, это вообще одна и та же сфера. Поэтому это действительно так, что к своему продукту мы относимся как к родному ребенку. И вот как нужно маме своего ребенка в мир уметь отпустить, вот примерно то же самое я хочу донести, что проекту как будто бы жизнь не дает автор проекта иногда. Он его держит. Очень болеет за него, думает, что он там где-то не приживется, или как-то там видоизменится, а он это не переживет и так далее. То есть нужно полегче относиться к продукту. Сепарацию, короче, сделать вот, своевременно. И обрести полное внутреннее согласие с продуктом и его функциями. Ну, здесь, наверное, не надо комментировать. Полное внутреннее согласие. Сейчас я подумаю, пример. Ну, вот с несогласием частенько люди, которые не свой продукт продают, они бывают не согласны, и у них тоже не получается продавать. То есть, например, официант, если он не любит морепродукты, и он их не продает, например, а любит, например, мясо и продает только мясо. Когда его клиент спрашивает, а можно морепродукты? Ну, пожалуйста, там вот морепродукты, но так о них может сказать,
что вот он не согласен с этим блюдом, например, с этим рецептом не согласен. То есть свою личную неприязнь переносит на продукт. Задача вообще, если мы, как бы мы ни относились к продукту лично, не переносить это личное отношение к потребителю. Но когда мы авторы своего продукта, здесь, скорее всего, такого нет. Это именно я привела пример, когда люди чужой продукт продают. Но если у вас есть команда, которая ваш продукт продает, вот с этим имеет смысл поработать, что если есть кто-то, кто продает ваш продукт, вот у них должно быть внутреннее согласие с вашим продуктом, с вашим подходом. Тогда просто у вас будет гармоничное отношение, взаимопонимание в команде. Вот это такой важный момент. Так, идем дальше. В презентации продукта мы используем ментальные образы. А, вот здесь тоже, смотрите, ну это если прям человек очень так интересно подходит к своей подготовке, да, что когда мы рассказываем о своем продукте, вот у нас каждое слово сопровождается ментальным образом, каждое слово. И другая сторона считывает, да, вербальное описание считываем, конечно, но больше всего мы считываем образы, которые нам несет тот человек. Вот это происходит на уровне бессознательных обменов информации. И, например, презентация продукта, да, или вообще, как я свой продукт преподношу, какой образ я о нем показываю человеку. Допустим, можно, говорить о том, что тоже такое придумать. Какой продукт? Фантазия закончилась на примеры. Допустим, фотографии. Вот у меня есть клиентка, которая фотограф. И она предлагает фотосессию. Фотосессию. И говорит, вот можно сделать фотосессию. И в ее образе считывается, что это что-то такое, например, неважное, незначимое, неинтересное. Ну, просто такая вот рядовая фотосессия. И может, например, другой быть фотограф, который про свою фотосессию будет рассказывать, что эта фотосессия, вот она там такая, 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 покажет образ, например, фотосессии, где человек себя почувствует, там, я не знаю, прямо фотомоделью какой-то. Хотя приходишь, и обычная такая же студия, как, ну, примерно то же самое, как и у всех. То есть мы покупаем то, что человек преподносит по-другому. Вот как мы преподносим свою презентацию, да, вот какую картинку мы за этими словами несем, вот что сказала наконец-то. Презентацию продукта простраивать ментальными образами, да, то есть фотосессия, студия, куда ты будешь использовать эти фотографии, с каких ракурсов мы поснимаем, да, и вот за каждым словом, вообще, когда, я не знаю, есть ли здесь те, кто актерскому мастерству обучались, у меня был период, когда я вокалом занималась, недолго, но немножко занималась, и преподаватель по вокалу, она меня учила вообще-то психологии, она меня учила, вот когда я пропеваю, например, слова песни, она мне говорила, а какой ты образ за этим словом несешь, какой ты образ показываешь. Вот, это даже на уровне вокала, актеры точно так же, когда они какую-то реплику говорят или фразу, что для них очень важно, чтобы передать ту эмоцию, надо вложить корректный образ в свою речь. И вот, когда мы презентуем свой продукт, точно так же за каждым словом должен звучать живой образ. Вот, и здесь нужно проверить вообще, человек вот... Одна девушка у меня спросила, говорит, а что вот я лежу на диване, и вообще мне жить не хочется. Жить не хочется. Ну вот она какой образ несет? По сути, что она вообще-то и не живет. Вот если она идет, например, на сделку, когда ей жить не хочется, и она рассказывает о своем продукте, то что будет считывать другая сторона? То, что она говорит своими образами, своими эмоциями, своим настроением, своей энергетикой будет нести. Вот. То есть мне как специалисту просто тоже подсказочка, что и в этом надо посмотреть. Иногда я говорю, сделай презентацию продукта и просто слушаю, что человек говорит. И там за этим бывают тоже ответы, почему не получается. Ну а еще, это уже, конечно, из NLP фишечка, различные каналы восприятия затрагивают, потому что мы не знаем, кто у нас человек. Визуал, аудиал, кинестетик, интеллектуал.
Частенько мы в нашей обычной жизни только интеллектуальный канал задействуем. Я вот знаю по себе, это у меня самый любимый канал интеллектуальный, через интеллектуальный канал обмениваться информацией. Но ведь же есть и визуальный канал, и аудиальный, и кинестетический. И все вот эти вот каналы восприятия по-хорошему надо в своей презентации задействовать. Например, показывать картинки или говорить, ну вот представьте себе. Да, или вот вы будете слышать то-то, 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 когда вы будете пользоваться моим продуктом, или будете ощущать то-то, то-то, то-то. Вот, поэтому призывать человека через визуальный канал послушать вас, через аудиальный канал, через кинестетический, ну и, конечно, интеллектуальный, вы его никуда не уберете, он просто есть всегда. Вот, поэтому вот так можно более интересно и более разнообразно подумать о том, чтобы свою презентацию составлять, свое предложение. Шаг четвертый. Ответы на возражения. Ну, вот здесь мы побольше поговорим про ответы на возражения. Возражения бывают истинные, бывают ложные. Как правило, первое возражение нам клиент говорит ложное возражение. Я не хочу, мне неинтересно, мне некогда, это дорого, у меня все хорошо и так далее. Да? Просто такое вот, как будто бы возражение равно отмазка или вежливый отказ. Вот. Если мы после того, как проверяем ложное возражение, задавая следующий вопрос, а если бы, ну, например, человек говорит, это дорого, и можно его спросить, ну а если бы мы по цене договорились, в принципе, вам интересно такое предложение? То есть мы как будто бы убираем фактор цены, про который он говорит, и дальше задаем, вам бы было интересно? И он дальше говорит, что да нет, я вообще, в принципе, не собирался этим пользоваться, мне, например, в моей работе это не нужно. Тогда у него вообще дорого, это не возражение, это просто вежливый отказ. Вот. А если он говорит, что ну да, продукт хороший, но действительно дорого для меня. Тогда, значит, его ответ это дорого, это истинное возражение. И аргументировать нужно именно истинное возражение, то, что есть на самом деле. Например, про цену, давать рассрочку, давать бонусы, скидки, аргументировать, из чего цена состоит и так далее. То есть в ответах на возражение продавцу всегда очень важно понимать, а на какое возражение я даю ответ, на ложное или на истинное. Ну, это немножко из такой из теоретической части вот этого шага продаж. А дальше, что там внутри? Что мешает человеку вот так спокойно, свободно вообще в моменте возражений вести коммуникацию? Страхи и комплексы на тему отвергнутости. Я уже упоминала, но вот еще раз скажу, да, что когда если мне отказали, то равно меня отвергли. Если мой продукт, например, там не приняли или как-то о нем отзазвались, может быть, холодно, равно отвергли. Да? Вот эти вот все моменты тоже нужно. Комплекс отвергнутости один из самых таких глубинных. Но его, ну, я, например, достаточно легко его помогаю людям проработать. Я вообще в своей работе не иду в травму, я не иду там, не копаюсь, не вспоминаю папу, маму, которые там, может быть, обижали. Я просто предлагаю человеку другой фокус. Например, а хочешь чувствовать в любой ситуации себя принятым, нужным, желанным? Ну да, хочу в любой ситуации, хочу быть от этого независим. Ну хорошо, так ты же сам можешь себе выбрать. Вот здесь, смотрите, обиделся, да, равно отвергнутый. Невозможно человека обидеть, если он сам не обижается. Невозможно человека отвергнуть, если он сам себя не отвергает. Это вот такой просто выбор. Ну, и вот с этим выбором мы, в общем-то, работаем, что в любой ситуации мы можем сделать свой выбор. Допустим, раз там перед вашим носом дверь захлопнулась. Один может себя почувствовать отвергнутым в этот момент, а другой просто откроет эту дверь и войдет в нее. Или, допустим, на вашей очереди там хлеб кончился, допустим, да, или там касса закрылась. Один может обидеться и подумать, что вот все, у меня вот все перед моим носом отворачивается, я вообще неудачник, да, это такие уже переживания отвергнутости. А можно просто сказать, прекрасно, значит, у меня на другой кассе мне придет счастливая монетка какая-нибудь или еще что-то. То есть это внутренний выбор, чувствовать себя отвергнутым или отказаться от этого.
Вот, потому что за отвергнутостью многое вообще-то есть последствий не очень-то хороших. Отвергнутые, они всегда в хронической обиде. А если они в хронической обиде, то они в хронической жалости находятся к себе. А если они к себе в хронической жалости, то они в хронической агрессии на окружающий мир, потому что жертва всегда, ну, знаете, как такая змея из-под тишка, вот эту агрессию распространяет, потому что это, вот, знаете, это агрессия слабых, она одна из самых страшных вообще, когда вот эти вот, ну, вытесненные слои общества, например, вот как они агрессивно, например, себя защищают, да, или там агрессивную интервенцию там о себе в мир выдают. Поэтому быть отвергнутым вообще невыгодно. Это и на здоровье плохо влияет, и на результаты продаж, и на отношения с людьми. Вот. Поэтому здесь вообще, если у кого-то есть еще такая вдруг тема, то лучше ее не нянчить и не ходить с ней вот так вот, не трястись от отвергнутости. Просто сделать выбор, что я в любых ситуациях себя хочу чувствовать принятым, желанным и любимым человеком. Потому что я по факту рождения себя так чувствую, и все. Вот поразмышлять над этим и такое убеждение себе принять. Вот. А страх отказа – это тоже все от отвергнутости. Есть, например, люди… Вот за своим сыном наблюдаю, у него пока же еще вот это все не простроено в 2 года, там 2,7. У него не простроено. И, например, я ему что-то говорю, нет. Ну, например, вчера нам надо уже там его укладывать, а он все никак игру не может завершить. И он говорит, хочу лепить из пластилина, я ему говорю, нет, пойдем укладываться спать. Он говорит, нет, хочу лепить, я ему говорю, нет, не будем лепить. У него нет этого страха. И что вы думаете? Мы сели лепить из пластилина, потому что ну, он просто никак не велся ни на отказы мои, ни на то, что там уже поздно, надо, ты устал, надо отдохнуть, ни на какие мои там его призывы себя как-то пожалеть. Ничего не работало. Хочу лепить, и все. И вот мы пока не полепили то, что он хотел, мы не пошли. Вот. Поэтому у детей вообще нет страхов на самом-то деле. Страхи, уже вот эти сочиненные страхи, это вообще фантазии такие более взрослых людей. Ну а что самого страшного? Вот меня девушка выше спрашивала, а как вы работаете с ограничивающими убеждениями? Вот давайте на этом примере. Страх отказа. Какое ограничивающее убеждение? То есть если мне отказали, то что? Вот оно, ограничивающее убеждение будет на этом ответе. У каждого сейчас может что-то свое быть. Например, если мне отказали, то мой продукт никому не нужен, например. Или если мне отказали, то там я плохой, например, какой-нибудь, да, или со мной что-то не то. Или если мне отказали, то ну, вот что за этим то, вот это ограничивающее убеждение. Например, если отказали, продукт мой никому не нужен. Дальше слово «никому» — это обобщающее слово. Вот его отдельно прям выделяем. Никто, все, всегда, никогда, все вот эти слова обобщающие, когда один отдельный случай начинает сразу быть тотальным на все. Вот они, страхи начинаются. Когда мы разберемся и скажем, отказал отдельный конкретный человек, и да, он имеет право на то, чтобы ему был не нужен мой продукт, но на этом одном человеке не закончились все мои клиенты. И тогда нам не страшно отказ одного человека. Все, мы разложили просто вот эту ментальную фразу, разложили по полочкам, проанализировали ее на уровне там отдельных слов. И все, и человек понимает, что одному не нужен, ну и ладно, но есть много других, которым нужен мой продукт. И этот один отдельный отказ, он вообще ничего не значит. Я пойду и буду продавать другим, предлагать другим. Вот и все. А когда мой продукт не нужен никому, плюс еще там травма отвергнутости какая-нибудь, что вот его, например, там в детстве мама мало слушала, и все, и обида еще какая-нибудь. Ну, вот и все. Отсюда и ноги растут. Дальше. Научиться проявлять искренний интерес к возражениям. Вот возражения вообще чаще всего продажники не любят. Чаще всего. Ну, или не любят те, кто, ну, может быть, как-то мало изучает эту тему и не очень-то в ней развивается. Но я также знаю, что люди, которые уже развиваются больше, которые продают с другой осознанной позиции, вот этот этап возражений, он начинает быть очень интересным. Потому что, по сути, на этом этапе разворачивается дискуссия. Дискуссия, которая интересна двум сторонам.
И частенько вот эта дискуссия, она как раз в переговоры выходит, потому что продажи, переговоры — это примерно такие близкие понятия. Есть разница только. Вот смотрите, продажи, когда мы занимаемся продажей, мы продаем человеку, ну, клиенту продаем предложение по своим каким-то условиям. То есть мы смогли его аргументировать, ему свое предложение, и он его купил без изменений. То есть мы ничего, никакие изменения в продукт не вносили. Вот мы продали. А переговоры — это всегда вот эта вот дискуссия, когда клиент начинает влиять на то, как наш продукт складывается. Ну, например, я хочу вот это вот мне интересно, а вот это хочу заменить, допустим, да. То есть он начинает как-то вот в процессе вот этой дискуссии, возражений, начинает влиять на то, как бы было ему комфортно, каким продуктом пользоваться или какой бы продукт он был готов купить. Он начинает вносить изменения в наш продукт. И вот это начинает уже быть тема переговоров. Они такие вот рядом, эти две темы. И когда мы искренний интерес к возражениям можем родить, когда мы начинаем процесс возражений исследовать, то есть включаем исследовательское настроение, тогда будет искренний интерес. Вообще, кто такой исследователь? Вот в потенциале каждый из нас может быть исследователем. Мы все на это способны. У всех людей заложено, это я как астролог говорю, у всех людей есть сфера экспансии сознания, расширения сознания, исследования, познания, экспериментирования. У всех людей есть. Но есть люди, которые от этого закрыты просто. Ну, оно у них в потенциале не присвоено. Но вообще у всех может быть. Итак, если человек как исследователь относится к бизнесу, к продаже, к клиенту, к его возражениям, как к эксперименту, то это вообще всегда здоровый внутренний интерес рождается, искренний, вообще к жизни, в принципе. Вот, поэтому позиция исследователя, она включает искренний интерес. А дальше, построить алгоритмы. А, ну это я уже проговорила, да, если отказали, не отстраняться, а продолжать беседу. А вопросы, уточнение, аргументация. Убрать блоки, слушать мнение других. Вот смотрите, когда мнение других небезопасно, то у людей прям буквально блок включается. Вот раз и не слышит. Даже если бывает, он замолкает, вроде бы тот человек что-то говорит, но прислушайтесь, внутри человек не слышит, как будто бы он внутри остается при внутреннем диалоге о своем мнении. И он даже не слышит то, что происходит. Поэтому он может не слышать ни мнения, ни возражений, ни предложения другого человека. Вот. Поэтому очень важно учиться держать баланс мнений. Здесь нельзя уйти в уступчивость. Например, продавец, который чрезмерно в уступчивости находится, он не держит своего мнения. А давайте вот про это тоже поподробнее расскажу. Если продавец идет в сделку, и у него нет своего мнения, сможет ли он что-то продать? Ничего не сможет продать. Это другая сторона отклонений. Ну, например, смотрите, вот адвокат защищает своего там подопечного. Вообще, вот в этой юридической сфере, если кто-то из вас знаком, там всех юристов, насколько я знаю, я это сама не проходила, не изучала, но был разговор, и там в разговоре поделились, что вот юристы, их всегда учат иметь свое мнение и отстаивать свое мнение. Ну вот, кстати, знаю, что если бухгалтер или финансовый директор, они тоже очень должны быть. Это признак хорошего бухгалтера или финансового директора, которые имеют прочное мнение. Это один из важных моментов. Почему? Потому что порой вот этой своей прочностью своего мнения надо иногда пробить сопротивление клиента или заказчика, потому что, слушайте, тут в частную тему ушла, но давайте расскажу. Смотрите, вот заказчик, допустим, он руководитель какого-то, ну, для бухгалтера, да, заказчик руководитель какого-то бизнеса. И как руководитель бизнеса он, скорее всего, ожидает каких-то быстрых результатов и вообще, в принципе, настроен на получение результатов. Кто такие бухгалтеры, финансовые директора, юристы и там IT-сфера? Это процессники, процессники. То есть результат, да, конечно, это интересно, но мы должны соблюсти процесс, потому что это безопасность. Нужно соблюсти все процессы, и там договора, и юридическую сторону учитывать и так далее.
Но что делают всегда руководители или собственники, которые заточены на результат? Они хотят обойти процессы, они хотят их нарушить, они хотят их как-то перепрыгнуть. Им не хочется ждать долго, например, чего-то, им надо быстрый результат. Но финансовый директор или юрист, или бухгалтер, они не могут разрешить перепрыгнуть там какой-то процесс. И они будут аргументировать, они будут говорить, что надо вот это, вот это, вот это, будут настаивать, аргументировать, и у них должно быть сильное мнение, потому что они за безопасность отвечают. И они не могут позволить ради результата, допустим, нарушить закон какой-то. Ну, если его и нарушить, значит, надо его подумать, как его, чтобы комар носа не подточил, или чтобы это был обход, но не нарушение, например, да? То есть это вот люди процесса, а не другие. И вот этим, ну, и хочется пешки назвать, это по Адизису, люди, которые за результат. Вот просто пример даже знаю. Был у меня один заказчик, это организация общественного питания. И я в финансовом отделе находилась, мы там согласовывали документы. И заходит их продажник, который продавал банкеты, руководитель службы банкетов. Он заходит и прям с порога говорит финансовому директору, там, по имени-отчеству, вот у нас есть клиент, готовый там на следующей неделе сделать банкет, бабки будут, давайте мы без договора их пропустим. Без договора пропустим, договор задним числом. Некогда договор заключать, давайте сразу будем деньги зарабатывать. Это прав... и с его стороны это прям, ну, он молодец, он же деньги несет в компанию. А что говорит ему финансовый директор? Она ему говорит, как это без договора? Мы не будем без договора заключать, но это же деньги. Ну, а если мы сейчас там, например, все блюда закупим, продукты закупим, блюда заготовим, а если не будет этого банкета и денег не будет? То есть продажник этого риска не учитывает, но финансовый директор, юрист, бухгалтер, они все учитывают риски. Что будет, если этот процесс будет там скомкан, например, нарушен, какой-то этап пропустим? И вот эти продажники, которые за деньги, за результат, они всегда хотят продавить процессы. Понятно? То есть поэтому частенько людям, которые за юридическую сторону отвечают, нужно иметь сильное мнение, аргументировать его, защищать его. Там где-то, может быть, даже деньги позже или деньги по-другому, но не нарушая закон, не нарушая процессы. Вот, это тоже бывает иногда. Допустим, клиент Пэшка, а продавец Ашка. Ну, вот эти А-функции – это процессные функции. И они в своих переговорах вот на разных функциях, на разных фокусах внимания могут вообще разные интересы преследовать. Один будет преследовать интересы закон и порядок, а другой будет преследовать интересы и результаты быстро. Вот. И может на этом плане быть недоговоренность. Ну почему именно? Просто вроде бы как в жизни нормально, что результаты, денежные результаты, они вроде бы как больше правды на этой стороне, да, они правее, те, кто за деньги борются. Но на самом-то деле и те, кто за процессы, они тоже правы. Вот здесь нет такого, что кто-то прав, кто-то не прав. У каждого своя может быть правда. Вот, поэтому мнение, баланс мнений нужен. И не передавливать, и не сдуваться в своем мнении. Вот. Надеюсь, понятно вам объяснила на разных примерах. Просто на Юлю смотрю. Помню, что Юля из бухгалтерской службы, да? Юля одна у меня в видео участвует, поэтому на этом и пример привела, что мнение важно свое все равно знать и чувствовать. В принципе, если продавец или автор проекта, или фрилансер, или собственник, но тот, кто затеял свой проект, он должен иметь свое мнение. Вот этот вот, знаете, уступчивость или уступчивость соглашательства, или дружить со своим мнением. Вот здесь вот прям должен быть баланс. И слышать другого человека, другую сторону, и все-таки свое мнение тоже держать, придерживаться. Вот, может быть, еще такой пример расскажу. У меня вообще опыт уже с разными командами по маркетингу и по соцсетям работать. И сейчас команда, которая меня устраивает. Мы с ними хорошо друг друга понимаем. Но до этого у меня был опыт
с несколькими командами, и они мне говорят, вот знакомятся со мной и понимают, что да, я эксперт, у меня есть свое направление, свои интересы, свои темы, и они мне говорят, а давай мы выйдем в аудиторию, сделаем такой опрос, а что, какой продукт нужен твоей аудитории? Они меня спрашивают. Вот, меня вообще всегда, ну, бесит это предложение. Что значит, какой продукт нужен моей аудитории? Есть я, есть мои компетенции, моя экспертность, что я могу, что я умею. И давайте вот на это, скажем так, на этот продукт приглашать аудиторию, которым нужен этот продукт. Потому что так то, что вы мне предлагаете, это мне надо послушать, что люди говорят, и себя как-то прогнуть про то, что им надо. Вот, это, ну, как-то все шиворот на выворот, на мой взгляд. Аудиторию в блоге можно всегда там или обновить, или, ну, должна быть та аудитория, которая привлекается на экспертность. Но не так, что эксперт начинает прогибаться под аудиторию. Никогда не будет тогда какой-то вот такой картинки сильной, основательной. Вот. Так, отношение к возражениям. Принять, что возражение – это не есть нападение. Вот, кстати, что интересно, частенько люди воспринимают, что когда мне возражают, на меня или на мой продукт нападают. Нужно просто принять, что возражение – это безопасно, это не нападение. При ответах на возражения сохранять свои позиции в сильном ранге, то есть не падать в низкий ранг и в неуверенность, и не сливаться вообще. Потому что, смотрите, когда человек думает, что возражение – это нападение, то он что начинает делать? Он начинает нападать в своих аргументах, защищаться, например, да? Если, например, человек думает, что возражение – это безопасно, это интересный разговор, мы в этих возражениях просто развиваем тему, более подробно о чем-то говорим, да, более детально говорим, то тогда это начинает быть интересным диалогом. И, пожалуйста, кто же говорит, что в возражениях надо сливаться и становиться слабым? Не надо слабым быть. Возражения также мы аргументируем, сохраняя контакт со своей сильной позицией и с чувством безопасности. Но почему я это говорю? Потому что частенько возражение, значит, все, сдулся шарик и молчим вообще. Или собираем вещички и уходим. Бывает и такое. Убрать все ментальные алгоритмы, нападать и защищаться при возражениях. Это вот если мы воспринимаем, что это нападение. Сформировать ментальный алгоритм, автоматическая реакция, согласие на любое возражение. Вот что здесь имеется в виду. Скажите, смотрите, в тренингах продаж на возражения рекомендуют отвечать через согласие. Например, человек говорит, это дорого, и мы соглашаем. То есть нужно согласиться с его позицией, с его восприятием, что это дорого. Да, действительно, продукт дорогой. Скажите, а если бы мы по цене договорились, в принципе, вас мое предложение устраивает? То есть мы тут раз согласились, смягчили вот эту вот ситуацию, человек не защищается от нас тоже. И дальше мы уже смотрим, это истинное или ложное возражение. Но людям согласиться на возражение бывает очень сложно, потому что на возражение, и это даже вот в упражнениях я всегда замечаю, они говорят, хотят даже отвечать что-то, но говорят слово «нет». Это дорого. Нет, это недорого. Это дорого. Нет, ну давайте сами разберемся, из чего цена складывается. Да, вот слово «нет», когда вкладывается, то человек не через согласие идет в возражение, а через отрицание. И за этим тоже есть глубинные ментальные такие вот нюансы. Когда человек через отрицание отвечает на возражение, то здесь тоже он защищается, он оправдывается, он не соглашается. Ну, короче, все только вот вместо сближения отдаление получается в этот момент. И когда мы через согласие отвечаем, то мы еще ближе становимся к человеку. Автоматическая реакция – это, по сути, та бессознательная связка, если мне возражают, согласиться. А работают частенько, если мне возражают, отрицать и нападать. Вот. Вот эту вот связочку бессознательную, ее нужно заменить. Одну обнаружить и от нее отказаться, и принять, что соглашаться на возражение для меня безопасно. Вот. Дальше. Завершение сделки. Завершение сделки. Шаг пятый. Это вот когда мы прям переходим и говорим,
оформляем сделку, или, например, там в онлайн-бизнесе, да, открывается окно продаж, и мы прямо в своем контенте открыто говорим, можно купить продукт, купить вот в эти даты, вот за эти деньги. Бывает, людям очень сложно перейти вообще к этапу завершения сделки. Они готовы много говорить, обсуждать, у них там сделки могут на часы затягиваться. Они там только поговорить, все у них вроде хорошо, там у них все настроено, идет взаимопонимание, но к процессу перейти к завершению сделки никак не могут. Но почему не могут? Здесь есть свои блоки ментальные. Нет готовности принять деньги. Или принять деньги от других людей бывает небезопасно. Кстати, частенько у меня, кстати, бывают клиенты, которые думают о том, чтобы из найма перейти в свободное предпринимательство. Есть некоторые клиенты, которые, ну, вот прям долго думают, но в процессе созревания. Они думают как? Что вот сейчас мы работаем, и нам зарплата поступает. А когда мы начнем свои, ну, там, свои вести проекты, это же надо деньги принимать от людей самим. И это бывает людям страшно. Но здесь надо блоки смотреть. Почему страшно принимать деньги? На каком этапе они утрачивают чувство безопасности? На каком этапе они себя обесценивают в этот момент? На каком этапе они начинают служить деньгам? Там всякая абракадабра начинается в служении деньгам. Вот, поэтому просто ровно, спокойно принимать деньги, причем не держаться за них и не отрицать их, а принять, ну, с такой хорошей экологичной любовью к деньгам. Принять. Вот, а готовность отдать продукт. Прям вот этот обмен, он должен произойти. Убрать чувство вины и прочие слабости в момент сделки. Как понять, вообще есть чувство вины в момент сделки или нет его? Ну, как понять? Про себя это можно прислушаться. Вот сделка провелась, да, вот, допустим, человек дал деньги, продукт получен. Ощущение какое? Легкое, радостное, спокойное, уверенное. Или ходим, вот, зацепились петелькой за ту занозу, да, и ходим, грустим или чувство вины испытываем, или стыд какой-нибудь. Получается, что вроде бы деньги приняты физически, но ментально не приняты. Вот. Это надо проработать. То есть деньги должны быть приниматься легко. Либо мы не согласны с ценой, либо не согласны с эквивалентом, да, ценность на ценность, что-то не идет. То есть вот прям надо вот эти все моменты договариваться их с собой внутри и убирать их. Потому что на будущее может сделка не получиться повторная, если не проработать. И убрать страх ответственности в момент сделки. Вот про ответственность скоро начнем говорить про нее. Смотрите, ответственность в момент сделки. Когда иногда бывает такое, что человек продал продукт, и он несет ответственность за то, как клиент воспользуется продуктом. Или несет ответственность на тему того, как может повлиять продукт на жизнь клиента. Ну, например, меня иногда спрашивают, а как ты такая смелая, ты же с мышлением людей работаешь, это же такая ответственность, они мне говорят. А для меня, например, ну, вот в момент, пока мы поработали с человеком, да, на сессии даже, там вот что человек для себя понял, он ровно столько и возьмет в свою жизнь. И все. Я на него не накладываю ответственность там всю жизнь поменять, все мышление переписать. Маленькими порциями, шаг за шагом, понемножку меняется что-то. Эта ответственность, она по силам, потому что я, собственно, человеку все равно на движение направляю. Когда он на движении, ему не может жизнь хуже стать. Вот. Для меня, например, точно так же ответ. Вот иду к косметологу, она мне делает там какие-нибудь там инъекции. Я всегда каждый раз думаю, ну это же какая ответственность, же в лицо же иголкой-то тыкать людям, это же сколько ответственности надо. А она при этом говорит, ну я колю и удовольствие получаю. Все, а для меня это ответственность. Поэтому у каждого какой-то вот кто в чем профессионал, кто в чем эксперт. И если мы за свою работу ответственность брать не боимся, то с этим все нормально. Но бывает иногда, что человек не до конца принял ответственность, или как-то она перепутана, или он берет ответственность вообще не за себя, а за того парня, да, за клиента. Вот, то вот это может мешать. Короче говоря, с ответственностью в момент сделки надо тоже почувствовать, вот все ли здесь в порядке, нет ли чего-то лишнего или недостающего. Вот. А, вот и про ответственность мы пришли. Смотрите, прежде чем сейчас дальше будем говорить про ответственность, вот шаги продаж, установление контакта, выявление потребностей, презентация, ответ на возражения,
Завершение сделки. С точки зрения ментальных блоков ограничений я вам рассказала. Давайте мы здесь немножко сделаем такую вот сессию вопрос-ответ. Если что-то, что хочется спросить, прояснить, получше разобраться, может, в чем-то запутались, уже информации же много. Мне-то много информации, а вы вообще какие герои, сколько слушаете подробностей детальных, глубинных. Не, у меня вопросов нету, но у меня просто расширение картинки мира еще больше стало. Это У моя меня такое. расширить понимание. Поэтому это надо переварить. Возможно, потом в процессе там появятся вопросы. Да. Это прям вау. Ну, хорошо. Да, в этом, собственно, и моя цель, потому что когда мы своему сознанию показываем потенциал, где вообще могут быть наши затыки, наши тупики, да, и, по крайней мере, понятно, вот сюда можно посмотреть, вот сюда можно посмотреть, то какие-то вот эти нерешенные, нерешаемые ситуации, они начинают быть более решаемыми. Вот в этом моя цель. Ну и тем более, что у нас еще будет практическая часть завтра, и уже как-то ночь перейдет в следующий день, и что-то уляжется, и какие-то вопросы могут возникнуть. Вот, так. Про ответственность. Давайте тогда больше на этом сконцентрируемся. Дальше мы поговорим про то, и я вам вот прям один файлик у нас так и не получилось скачать выше. Вроде бы я все правильно прикрепила. Так и будет называться файлик «Ответственность». Давайте, может быть, я его попробую открыть. Пройдемся немножко про ответственность. Как-то на консультации клиентке одной говорю: вот давайте, нам надо с вашей ответственностью поработать. А она мне говорит: а у меня все хорошо с ответственностью. Я такая ответственная. Я и за команду ответственна, я и за клиентов ответственна, я и за ребенка ответственна, я и за мужа ответственна. То есть она за всех ответственна. А я ее спрашиваю: а за себя так вы ответственны? Она так крепко задумалась и говорит, что, ну, а за себя я жду, когда обо мне кто-то позаботится, кто-то меня защитит, кто-то там за меня что-то сделает. Вот. То есть получается, что подмена ответственности где-то, она может тоже быть и в детском, и в школьном возрасте, когда нам предлагали быть ответственными за кого-то другого, да, там, за коллектив, за ученика, который рядом. Я вспоминаю, мне все время садили мальчика рядом, которого надо было перевоспитывать. То есть я была как бы за него ответственна, за его успеваемость. Но так частенько делали девочку в школе. Там, кто хорошо учился, им давали на перевоспитание мальчика. Это, кстати, отдельная тема, которая потом в личных отношениях сильно мешала. Убирала я это, перевоспитывать мальчиков. Вот, поэтому ответственность очень важна. За себя нужно взять ответственность, за свою жизнь. Вот прям понять, что если не я в своей жизни, то за меня никто не сделает. За меня никто не заработает мои деньги, никто не будет развивать мой проект. Ну, там, я не знаю, сейчас была такая мысль. Вкусную еду кто-нибудь бы для меня приготовил. Ну, такое можно, конечно, делать. И то, чтобы кто-то другой приготовил вкусную еду, она была действительно тебе понравилась бы, да? Надо этому другому хорошо объяснить, что ты хочешь, чтобы тебе это было вкусно, что и как. И это твоя ответственность. То есть никто не телепат. Если мы предполагаем или ждем, что кто-то другой догадается, как нам в нашей жизни привнести счастье и там, решить какие-то наши вопросы, то мы можем этого никогда и не дождаться. Вот в чем вообще сила ответственности? Сила ответственности в том, что мы понимаем, что на свою жизнь влияю только я. Ну вот так, по большому счету и по-честному это и происходит. И если мы готовы влиять на свою жизнь, влиять на то, чтобы она складывалась под мои ожидания, то тогда мы будем этой жизнью рады, счастливы, она будет нам нравиться, потому что мы влияем так, как нам хочется, как нам нравится. Но когда мы на свою жизнь влиять не готовы, и мы только ждем, чтобы кто-то как-то что-то о чем-то догадался, о нас позаботился, то это рождает только, как правило, обиды, недоговоренности и претензии. Вот. Поэтому в этой части нашего интенсива я хотела отдельно про ответственность поговорить. И бывают же действительно такие вот ментальные моменты, которые скидывать ответственность нас программируют, скидывать ответственность.
Ну, вот этот файлик отдельный, вы его потом распечатаете. Так, если вы обвиняете в своих проблемах кого-то другого, вы сбрасываете ответственность. Вот расскажу элементарно. У меня маленький ребенок, да, уже говорила. И вот мы только недавно стали хорошо спать. А до этого, ну, там, например, частенько я чувствовала себя не выспавшейся, потому что мы несколько раз за ночь просыпались. И у меня были такие вот поначалу, даже особенно я себя улавливала. Ну, хорошо, что у меня навык этот есть, я быстро отследила. Но это же встроенные алгоритмы, что мама в своем недомогании, в усталости, например, обвиняет ребенка, что это из-за него я не высыпаюсь, это из-за него я себя там чувствую там уставшей, например, или это из-за него я там то-то, то-то, то-то. Я у себя это быстро отследила, но некоторые в этом вообще застревают на всю жизнь. Точно так же и в бизнесе, да, например, мы можем что-то вот так вот промелькивать мысли, это из-за команды, это из-за клиента, или это из-за президента страны, или из-за правительства, или из-за курса там доллара-евро какие-то мои неприятности возникают. То есть когда мы начинаем в неприятностях вот эту вот обвинительную в другую сторону позицию такую думать про это, да, то это сброс ответственности. Одна девушка мне сказала на тренинге, это был тренинг для предпринимателей, кстати, года 2-3 назад еще мы встречались тогда. И она, значит, чем она занимается? Обучает людей на Валберес работать, на Валберес выставлять продукцию и сама там что-то делать. Ну, плюс у нее уже обучение про это идет. И она мне говорит: Наталья, вот я не согласна со сбросом ответственности. Вот если поставщики вовремя не привезли, ну разве это моя ответственность? Она говорит, это же они не привезли вовремя, там доставку не сделали, допустим. Вот, здесь какой момент? Физически, да, поставщики не принесли, но это следствие ее мышления. Почему у нее поставщики ей сделали сбой? Ее мышление или ее заказчика, или клиента. Какая-то есть процесс какой-то сопротивления. То есть когда идут, например, нарушения сроков или задержки какие-то, или как-то идет что-то не так, то это, скорее всего, внутреннее сопротивление проявляется через вот эти внеплановые события или какие-то сбои в процессе. И, по сути, это надо разбираться с ее мышлением. Но она говорит, что это не моя ответственность. Короче, когда люди вот уяснили для себя, что ментальность первична, и все, что мы получаем вокруг, это следствие нашего мышления, то здесь тогда легко брать ответственность на себя. Потому что как бы ни случилось, это я своим мышлением спровоцировала ту или иную ситуацию. Например, да, физически вчера моя машина стояла, я не была за рулем. Моя машина стояла во дворе, и кто-то там, значит, другой парень ехал и зацепил, снес мне фонарь и два элемента. По сути, я же ни при чем. Но почему-то же с моей машиной это случилось. Я уже себе, ну как только я это поняла, я сразу поняла, что я обесцениваю. Просто я уже долгое время хочу продать и поменять машину, но никак не решусь на этот процесс. Все как-то некогда, некогда. Сопротивляюсь чему-то. Ну и обесцениваю одновременно. Вот. И мне жизнь показала, что вот не надо обесценивать. До тех пор, пока ты пользуешься этим имуществом, имей, скажем так, готовность ценить то, что ты имеешь. Потому что все, что мы не ценим, мы это потом можем легко потерять. Вот. И все. И мне стало очень даже понятно, мне все объяснили. А кто-то сопротивляется и до последнего не берет ответственность. Там уже прям все жирным текстом во все уши уже говорят, что ответственность тебе поменять что-нибудь. А человек все до последнего скидывает ответственность. Вот. А вообще готовность принять ответственность – это самый быстрый способ изменения в свою жизнь впустить. Как только мы готовы с мышлением поменять что-то, там как-то пересмотреть, тут же траектория жизни меняется. Вот. Еще для меня был такой урок, что если я не возьму ответственность на себя, что я причина этой ситуации,
то парень, он же без страховки, у нас просто на договоренности. Там пока элемент придет, пока закажет. То есть это как бы, ну, растянется на недели три все дело. Ведь же есть большой риск, что он свалит вообще. И все. Если я начну на него наезжать. Поэтому я вчера вот прям, ну, такой у меня был тренинг внутреннего личностного роста. Не впасть в обвинение в него, держать ответственность на себе, чтобы, ну, у нас все это разрешилось благополучно. Ну, будем смотреть, как пойдет. Пока идет хорошо. Так, как диагностировать сброс ответственности? Вот здесь, в этом файлике, у вас прям будет такое упражнение. Что нужно сделать? Напишите 10 ситуаций, где вы вот с этой фразы бы начали. Это все из-за чего-то, кого-то. 10 ситуаций, когда вы кого-то обвиняли. Или сейчас обвиняете. Что у вас такая ситуация с деньгами или с продажами, или с проектом. Вот. И точно сформулируйте, в чем вина того человека, которого вы обвиняете. Вина человека или обстоятельств. Вот. Поэтому вот это будет 10 ситуаций сброса ответственности. Сначала вы их пропишите. Потом вторая часть упражнения. Поворачиваем зеркало на себя. А как я это сделал? А как я спровоцировала ту или иную ситуацию? Вот, поэтому пишем, например, это все из-за, допустим, контрагента какого-нибудь, а потом, а как я спровоцировала эту ситуацию? Например, контрагент задерживает документы. Как я спровоцировала ситуацию? У меня есть идеализация, что все должно быть в срок. То есть в пространстве вариантов соблюдение сроков принято, несоблюдение сроков не принято. То, что я вам раньше говорила, да, что чтобы мы двигались по желательной траектории, все остальные надо тоже ровно, спокойно принимать и удерживать во внимании, что сроки могут быть нарушены, могут быть, например, наоборот, опережать сроки, а можно двигаться в срок, например, да, то есть нарушение сроков, например, я на этот процесс нападаю, нарушение сроков. Все, мы будем получать то, на что нападаем. Вот получи эту ситуацию и не это, как говорится, не агрессируй. То есть у вас будет 10 ситуаций, кто виноват, равно, как я это спровоцировал. Можно даже такую вот на две колоночки страничку разделить и попробовать найти на себе ответственность. Как я спровоцировала ту или иную ситуацию своим мышлением. Вот. И дальше в этом файлике у вас будет еще подсказки, как можно сброс ответственности у себя пронаблюдать, да? Вот так сложились обстоятельства, так получилось, так случилось. Там, я не могу на это влиять. А, вот у меня год назад я делала ремонт в квартире, у меня кухню под заказ по размерам. И такой интересный парень, значит, изготовитель мебели, ну, вот эту услугу делал. Он постоянно повторял: «Наташ, ну нет вариантов других, ну нет вариантов». Я ему все время предлагала: «Смотри, ну вот же вариант есть, вот такой вариант». «Ну да, точно». Потом снова начинаем с ним, и он все время: «Нет вариантов». «Ну, это без вариантов». Такой: «Нет вариантов». То есть люди, которые не могут вообще, ну, шире мыслить, они, как правило, вот вариантов нет, и все виноваты, все. Вот, от них ничего не зависит. Потом смотрите, что-то оно само сделало, да, или какая-то обвинительная, может быть, мысль у вас промелькнет. Или пассивный залог, что меня занесло, я как-то оказался в этой ситуации. Меня уболтали, меня там со мной манипулировали. Вот в пассивном залоге, если мы о себе где-то мысли вдруг словим, то это тоже мысли, где мы сбрасываем ответственность. Вот. И дальше практика, как взять ответственность на себя. По сути, вот эти две части упражнения. С одной стороны, мы замечаем, как мы ее сбрасываем, и напротив пишем, а чем, как я это сделал, как я это спровоцировал, в чем здесь моя ответственность. Все. И вот так потихонечку в этом упражнении прокачиваем ответственность. Так, как сейчас я это закрою? Идем дальше. Теперь вторую практику я вам предлагаю, вторую практику. Как можно вот эти ограничивающие убеждения, вот по итогам сегодняшнего разговора вы могли у себя уже что-то заметить. Как с ними работать? То, что тоже и Екатерина выше спрашивала, как прорабатывать можно, да? Я прорабатываю более с клиентами, более
глубинно, так скажем, на подсознательном уровне, и за сессию в 1,5-2 часа мы успеваем большие пласты подсознания перезаписать. Но можно и самостоятельно работать с этим. Можно потихонечку вот так вот, ну, и даже можно совмещать и глубинно со мной, и самостоятельно, потому что мировоззрение же это не одна мысль какая-то, это достаточно много и широко. Ну вот каждый раз не набегаешься к психологу, так если честно скажем, что-то надо и самим уметь с собой делать. То есть да, действительно могут возникнуть темы, где надо бы поработать с профессионалом, а есть много чего, что под силу сделать и самим. Вот не надо от этого отказываться. Здесь я второй файлик сейчас открою. Выявление ограничений. Тоже файлик с упражнением. Как выявлять ограничения? Вообще любое ограничивающее убеждение, к нему нужно отнестись как одна из идей, в которую я поверю. То есть выхваченная из многих вариантов того, как это может быть в жизни, какая-то одна выхваченная мысль, которая стала моим верованием таким. Вот первая задача, вот это верование, его осознать и как будто его обесценить. Немножко так вот сделать его подвижным. Понять, что не во всех ситуациях это так, не со всеми людьми это так, что жизнь намного шире и многограннее, чем вот это убеждение. И это уже начинает вот так нам дает возможность пошире посмотреть. Вот в этом файле «Как выявлять ограничения» здесь есть подсказочки. И к ограничению я предлагаю отнестись как к иллюзии, да, то есть иллюзия. Это же не реальная вся жизнь такая, это моя идея иллюзорная, да, то есть убеждение-иллюзия. В отношении я и другие люди, или мир, какие они, или какие люди, какой мир. Вот у меня есть иллюзия, что я застенчивая, например. Или есть иллюзия, что я скромная. Или есть иллюзия, что я там еще какая-нибудь, которая мешает, да, качество. Вот. И сначала вы просто вот этот список иллюзий выписываете про себя. Потом, и чего я достойна или недостойна. Тоже с клиентами иногда прорабатываем ситуации, что они недостойны. Вот есть одна у меня клиентка, она бухгалтер, тоже бухгалтер, и она уже несколько раз поменяла работу, но очень скромная. Вот она компетентная, профессиональная, но вот все время говорит, вот мне легче промолчать, мне легче промолчать. Я ей все, а хочет она, ну, скажем так, другого. И, в принципе, ей даже по натальной карте ей нужно из специалиста в руководители выйти. Ее задача карьеру строить, учиться быть руководителем. Ей тяжеловато это дается. И вот у нее частенько я недостойна там зарплаты или чтобы у меня были помощники. Ну вот про это с ней работаем тоже. Вот, ну, у каждого какие-то вот свои есть особенности. Поэтому здесь вы присмотритесь, что вам откликается, да, вот на эту тему. Это как подсказочки, куда можно свою мысль направить. Вот. Кто и кому чего должен, можно посмотреть, справедливо или несправедливо. Потом, чего я могу и чего я не могу, что мне по силам, а что мне не по силам, что для меня нормально или ненормально, так, что для меня, что не для меня. Ну, вот эти всякие глюки, блоки, тараканы, чего мы заслуживаем, кому чему мы должны, отношение к деньгам. Вот, в общем, здесь такой большой перечень того, что вам может помочь свои ментальные ограничения осознать. Видите, сколько всего интересного. Это все вам такую практику, потому что эта практика не однодневная, не одночасная. Это займет какое-то время, это будет вам подсказка. Например, встречаетесь в какой-то ситуации, раз по этому перечню, а где я здесь, в какое упираюсь ограничение? Вот. Нужно всю ночь сегодня не спать. Заниматься делом. Да, можно делом заниматься, да. Ну, не обязательно за одну ночь все. По крайней мере, знаю, куда посмотреть, если что. Вот, поэтому шаг первый, да, начните замечать ваши ментальные ограничения и выписывайте их. Это вот можно, опираясь на этот файлик. Дальше, снизить уровень значимости, да, что это просто идея. И вы даже будете выписывать, что у меня есть идея, иллюзия или одно из мнений, в которое я поверила, да, просто как одна лишь часть. Это не все такое, не весь мир такой. Вот, потом... Да, что есть иллюзия. Найти другие подтверждения и начать ими руководствоваться в действиях. Например, вот она говорит, эта девушка Светлана, что она недостойна, например, чтобы у нее были подчиненные. Я ее спрашиваю, смотри, а знаешь ли других бухгалтеров, кто имеет подчиненных? Она говорит, да, знаю.
Ну, смотри, они же достойны, значит, это, в принципе, и тебе. Если кто-то может, то и ты можешь. Ну, вот главное, чтобы ей это помочь в это поверить. Да? То есть нужно найти подтверждение вокруг, что в жизни бывает и по-другому, и начать ими руководствоваться. То есть, ну да, здесь надо в это поверить, да, подтверждение применить к себе, это какое-то может занять какое-то время, пока мы с этим новым убеждением как-то вот свыкнемся. Ну, вообще работа с мышлением, это не по щелчку делается, это в любом случае какой-то процесс, это переосознание, это где-то поразмышлять, где-то сверить, то есть это требует глубинных таких внутренних перенастроек. Но это стоит того, действительно, что если мы начинаем по-другому мыслить и по-другому действовать, то и результаты будут другими. Вот. Но у нее уже там прогресс. Она сначала даже не была готова свое резюме разместить, чтобы там как-то, ну, откликались. Потому что для нее было, вот если ко мне обратятся, то я готова рассмотреть. Но чтобы к ней обратились, это же как-то они должны узнать. Как-то же узнать они должны. То есть ей было даже это сложно сделать. Такая вот застенчивость в характере. Вот. Потом другой пример могу сказать. Девушка одна, она в найме работает, она моя клиентка уже, ну, регулярно занимается, третий год. И, ну, она в найме работает и свои проекты параллельно ведет. И она была специалистом, а я вот прямо с ней работаю и так вот понимаю, что ей надо руководителем быть. И говорю, тебе надо в руководитель. Она говорит, так у нас даже отдела нет, куда бы я могла в руководители пойти. А я ей говорю, ну давай мы тебе ментально простроим образ, что ты руководитель отдела. Пусть под твой запрос в организации выделится отдел. У тебя будут подчиненные. Она так долго скромничала, потом все-таки согласилась. Ну да, слушай, давай вот раз так примерила на себя роль руководителя, мы там с ответственностью поработали. Она все это приняла. И через полгода в организации вырисовывается в штатном расписании отдел аналитики, куда ее рассматривают руководителем. Вот, она, значит, такая радостная, мне это все сообщает. А я ей говорю, ну что там, зарплату подняли тебе? Она говорит, нет, зарплата такая же, какая была. Я говорю, так, давай простраивать, что тебе поднимут зарплату. Но сначала ты пойдешь сама с заявлением, что ты просишь повышение зарплаты. Вот. Она говорит, как это я пойду просить себе повышение зарплаты? Я ей говорю, ну так и пойдешь, будешь просить повышение зарплаты. Тоже она несколько месяцев собиралась, пошла. Заявление ей подписали и подняли ей на 30% сразу и на 20% еще через 3 месяца. То есть вот сначала все внутри надо быть готовым к тому, что это в реальности произойдет. Вот. Еще одна вот сейчас мне клиентка скинула, как раз от нее пришло там сообщение. Когда-то это было, наверное, лет 5 назад или 4. Она ко мне пришла, она работала в администрации специалистом. Специалистом. Пришла и говорит, а я хочу руководителем быть. И вот меня никто не, ну, как-то не замечает, не повышает. Я ей говорю, Вера, сама пойдешь себе руководителем предлагать. Она говорит, ну а как я пойду себя? Ведь же начальники везде есть, руководители есть. А я вот, ну вот есть одно место освободившееся, я бы на него хотела, но сама себя не могу предлагать. Мы с ней проработали, она все подготовилась, пошла. Ей отказали. Она мне пишет в расстроенных чувствах. Ну вот, я так и знала, меня не возьмут. Ну, я ей помогла как-то успокоиться, все. Не прошло и 2 недель, ее пригласили на это место. Вот, то есть первый отказ это еще вообще не результат. Короче, все у нас в голове. Вот куда мы себе простраиваем ментально, туда мы и приходим. Поэтому находим подтверждение и начинаем ими пользоваться. А, ну только я что рассказывала-то? Я и то, и другое рассказывала свой пример. Когда-то у меня так было, я же тоже в найме начинала работать. И на первую промежуточную должность руководителя я прям ходила и просилась. Сама ходила и просилась. 3 недели мне отказывали, потом взяли. Вот так. Ничего, раз у меня сработало, значит, я так и клиентам предлагаю, что так можно. Так, постепенно вы замените неэффективные убеждения на более эффективные. 100% замените. По-другому быть не может. Так, ну это я вам, это уже практику я вам рассказала. Это пример из той распечатки. Ну, смотрите, у нас с вами приходит время подводить итоги. Что мы за сегодняшние 4 часа разобрали?
На этапе продаж я вам дала такое расширение мировоззрения, что бывает вообще причинами отсутствия результата в продажах. Причем продажи это может быть и продажи в проекте, и продажи в личных отношениях, потому что мы тоже друг другу идеи продаем в личных отношениях. И, собственно, в принципе, в движении по жизни. Дальше. Вам также будут подсказывать окружающие люди. Не то, что будут, они нам всегда подсказывают, что есть в поведении окружающих людей, что они говорят. Как правило, если, например, нас зацепила какая-то фраза человека, она, скорее всего, нам нужна эта фраза. Бывает, что мы какие-то фразы вот, ну, ровно слышим, а какая-то вот прям, ну, не оставляет, да, вот фраза, которая с нами остается. Скорее всего, вот там в этой фразе какая-то для вас есть информация. Действие, поведение окружающих людей, оно отражает наше мышление. Либо говорит, вот так не делай, или говорит, вот наоборот, это твой маячок к успеху, делай вот так. То есть на это надо обращать внимание в своем движении по жизни. И дальше еще родовые сценарии. Они достаточно крепко нас держат, вот эта вот семейная система. И, например, я вам уже про папу сегодня делилась своего. Вот если бы не он, я бы, например, не знала, почему у меня такое напряжение в отношениях с людьми, да, но если я смотрю на него и понимаю, откуда ноги растут, это его безопасные алгоритмы, но я могу ему их разрешить, а сама себе принять другое. Вот, поэтому перезаписать родительские алгоритмы, это значит, что им разрешить так мыслить, а себе разрешить мыслить иначе. Вот, мы не обязаны, как родители, жить. Нет такой обязанности у нас. А, вот. И, собственно, что? Это я итоги подвела. Что дальше с этим делать? Завтра у нас мастер-майнд, практическое занятие, в котором мы сможем уже разобрать отдельные вопросы, да, которые возникнут на конкретных примерах ваших проектов, ваших продажах. Вот, проанализировать. Уже точно я вам подскажу, это у вас есть, а этого у вас нет. Или у вас есть то, чего я, например, сегодня не рассказала, а завтра я замечу и вам подскажу, что это есть еще, вот на что можно обратить внимание. Мы поделаем практику, и уже определенный такой результат, хотя бы маленький, уже будет получен в изменении мышления. Ну, давайте ваши вопросы теперь. Если они есть, буду рада ответить на вопросы. Наталья, вот вы говорите, папа это социум на своем примере, а мама это кто? А мама нам передает, мама и другие женщины рода передают все алгоритмы, вот эти подсознательные, которые нам прописывают безопасность. А, Все безопасность. безопасность. Как мама понимала безопасность и как она ее себе простроила, она через мамин канал мы получаем их себе, все эти алгоритмы. Угу, интересненько. Про алгоритм безопасности, думаю, может какой-то пример привести. Ну, например, даже в отношениях с теми же деньгами. Ну, допустим, что я у себя переписывала. У меня вообще кармически уязвимая тема денег. Ну, там страх безденежья, все это у меня кармически передалось. Это в натальной карте я вижу. И как это прогрузилось, например, на опыте с родителями. Мои родители пережили все вот эти перестройки экономики, страны, там, ну, как, может быть, и у многих из вас, да, допустим, когда развал СССР произошел, потом эти перестройки, потом эти 90-е, потом кризисы какие-то, когда были эти, трясло, короче, лет 20 примерно, вот, и, допустим, мамина реакция. Вот даже просто, когда она берет денежку, например, из отложенных, да, на какую-то нужду для семьи, она об этом говорит. И она об этом говорит, сопровождая тревогой. Допустим, вот там деньги берем из наших там отложенных, да, и вот это такой с тревожной информацией. Все, что получается, что когда в семье ограничения с деньгами, это небезопасно. Все, сразу же вот эти алгоритмы через женскую линию, они детям передаются обязательно.
Но если мама берет эту денежку и она трактует уверенность и безопасность при этом, ну, легкое такое отношение к этой ситуации, то тогда такой алгоритм перепишется. Все зависит от того, как вообще сама женщина воспринимает безопасным тот или иной момент жизни. Ну, то есть ее фантазии на тему, ее иллюзия на тему, что опасно, что безопасно. Но мы детьми перенимаем все вот эти алгоритмы безопасности от женщин рода. Это не означает, что мы должны им следовать. Вот если мы их способны осознать и от них отключиться, да, то есть отсоединиться от этих алгоритмов, то тогда мы простраиваем себе свои алгоритмы безопасности. Вот. Но до тех пор, пока мы это не осознали, то мы подчиняемся алгоритму, который нам род передал. Вот. Потому что, ну, идеальных женщин таких, которые такие в нирване, все в безопасности, их не существует, как и идеальных мужчин, которые такие все очень уверенные в движении в социуме. Все реальные люди, все со своими какими-то особенностями. Но это не означает, что мы не можем это проработать. Все можно проработать. Так, ну что, вопросы пока не вижу. Мы можем завтра начать как раз с вопросов, которые возникнут. Будет время что-то о чем-то подумать, поразмышлять, какие-то вопросы появятся. Вот, поэтому предлагаю нам на сегодня завершить. Мы и так очень хорошо поработали, много информации. Пища для размышлений есть. Вот, поэтому завтра встречаемся, и у нас будет уже такое живое общение. А скините тогда в WhatsApp эти файлики, потому что, ну, я их вообще не вижу. Ладно? Да, файлики вам сброшу в WhatsApp отдельно. Ну, спасибо. Все, я отключаюсь. До новых встреч.